Состав объявляю. Извини, калорий не посмотрел. Уже бегу. Я тебе бегу. Сама считай свои пиво. Калории, поняла? Все, пиво забыл. Ну так тебе купила все. Ладно, шучу я. Уже. Здрасте. Здрасте. Прошу. Спасибо. Вам какой? Первый. Шучу, 21-й. Ну все, шучу. Честно, 7-й. Значит так, мне на 5-й, а вы езжайте куда захотите. Мне нужно было на 7-й, но я уже очень хочу на 5-й. Застряли. Что? Застряли. Да ну шучу я, шучу. Шутка. Или не шутка? Так, у меня день рождения. Так. У человечества чемпионат мира по футболу вообще-то. Россия-Голландия, полуфинал. Ну? Я вас поздравляю. Да не у меня, а у подруги. Ну тогда ничего смертельного. Я его все равно не брошу. Ну что у вас там? Мы застряли, а у меня клаустрофобия. Ладно, ждите, скоро приедем. Скоро будут. Только вы этот звук слышали, у него такой фон на заднем плане? Ну, подумаешь, телевизор, наверное. Телевизор? Он смотрит футбол. В общем, мы с вами надолго. Понятно. Угу. Праздник жизни отменяется. Да. Или не отменяется? М? Ну что у нас? Торт есть. Пиво тоже есть. Рискованное сочетание. М? Ну гулять-то гулять. Угу. Счастливые. Ну что, 2-1. Ура! 2-1. Круто. Да. И ждать осталось, ох, 4 минуты. 4 минуты. 4 минуты. Предлагаю заняться любовью. Отличная мысль. Да. Туся! Лена! 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 Вот, девочка! Девочка! Это то, что я думаю. Пап, а если я ему не понравлюсь? А если он тебе не понравится?
Он страшный, да? Ну так, опухший слегка, но внешность мужчине не главное. Но ты же красивый, и я вырою ничего. А мама вообще у нас красавица. А он страшный, да? Как же я с ним гулять буду? Он тебе понравится, и ты ему понравишься. По-другому быть не может. Мы же семья, дочь. Детей проверил. Еще спят. У нас есть с тобой полчаса. Полчаса для чего? Как это для чего? Для ликвидации супружеской задолженности. Да. Всего да. Полчаса, и ты до сих пор болтаешь, да? Да? Ну-ка давай, чтобы он не плакал, успокоим его. Вот, вот. Соня у нас послала творожок. Предлагаю это отметить. Вот тебе медаль. Так, Захар, давай. За спасибо. Нажимай, нажимай. Так, спокойно. Все под контролем. Папа все починит. Так. Так. Да что у тебя? Я передам твои слова соседям снизу. Полундра, свистать их наверх. Так, матросы, слушай мою команду. Берем тряпки. Ты, матрос, ванну за ведром, быстро. Слушаюсь, капитан. Сам быстрее. Скорее, матрос, время не ждет. Так. Надеюсь, давай, соседи давай, нам давай. Спасать не придется. Ох, я на это надеюсь. Добрый день. А вы ко мне? Разрешите представиться, Каперанг Василий? Какая звучная фамилия. Это не фамилия, это звание. Капитан первого ранга Василий. Что же вы, товарищ капитан, руку к пустой голове прикладываете? Да. Голова действительно пустая. Вы знаете, я 15 минут назад сломал стиральную машинку. Плавали со всей семьей по щиколотку в воде. Вы проверьте, пожалуйста, у вас на кухне мы не затопили? Вы мой сосед сверху. Так точно. Сейчас посмотрю. Докладываю, товарищ Каперанг. На моем судне повреждений не обнаружено. Ну что ж, это замечательно. Да. Ну что ж, что-то случится, трубите тревогу. Прибегу на помощь. Обязательно. Да. Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Давай, бери. Держи. Все. Давай. В общем так, у соседей снизу я проверил, все в порядке. Значит, дальше тоже не потекло. Вась, ты не можешь после работы в магазин вскочить? Я тебе там в кофр 20 тысяч положила на стиральную машинку. Да. Ну, должно же хватить. Нет, увы. Зайти никак не смогу. Могу только залететь на крыльях любви. Иди сюда. Я бы продолжил. Надо на работу. Прекрати. Да? А меня поцеловать? Ну, конечно, конечно, я тебя поцелую. У тебя есть сегодня очень серьезное задание. Ты должна охранить маму. От кого? От всяких нехороших дядек. Вот подойдет к маме такой, взглянет на нее, ты сразу делаешь страшное лицо и говоришь: «Стоять, у меня папа боксер». Пап, так ты же не боксер. Так я ж по такому случаю стану. Ну, ладно, семейство, давайте. Все, ведите себя хорошо. Ты тоже. Хорошего дня. Да. Пойдем. А я что сделал? Он полчаса назад должен был быть. Еще 15 минут и вызывай замену. Ослабьте его, я за простой вычту. Сейчас прибор поправлю. Всем привет. Все, явился. Привет, Сань, привет. Лап! Я да, не да, да, да. Мы что, не видим разницы между 10 и половиной 11? Видим, Женя, видим. Здравствуйте. Но не находим ее, привет. Не находим ее существенной. Не Женя, а Евгений Ильич. А? За простой вычту. Да? Ну что ж, хорошие новости. А между прочим, в переводе из греческого «Евгений» означает «благородный». Тихо. Все, работаем. Давайте. Здравствуйте, девушка. Как вас зовут? Кристина. Прекрасное имя. И купальник у вас замечательный. Ну, Кристиночка, смотрите в камеру, улыбайтесь. Так. Так. Еще разок. Так, Кристин, вы сейчас на берегу прекрасного острова. Светит солнце, пальмы,
ходят прекрасные мулаты. Вы будете просто, просто звездой тропиков. Правда? Абсолютно, Кристин. Ну что, получилось? Конечно, перерыв. Евгений Ильич, Евгений Ильич, можно вас на минуточку? Бабочки какие у тебя красивые. Красные, желтые, синие. На! Ай, ты что, сгорела, что ли? Прекрати! Ай. Мама у нас замужем, а папа у нас боксер. Соня, прекрати драться. Нельзя на людей набрасываться. А хватать чужую маму можно? Нет, нельзя. Но если мама чужая падает, нужно же ей помогать. Маму нужно защищать. А вот я ее и защищаю. Соня! Немедленно извинись. Иначе мы сейчас домой пойдем. Извините. И перед мальчиком. А вот перед мальчиком я не буду. Он мой замок сломал. Лаптев, делай, что хочешь. Мне нужна красивая картинка, чтобы заказчик плакал от радости. Он заплачет, Женя. Я тебя уверяю, он заплачет, когда это бревно увидит. И посмотри. Лаптев, снимай, что дают. Больше разговариваешь. Ты фотограф. Вот и работай с моделью. Спасибо, Женя. Брательник, привет. А, привет. Я соскучилась. Да? Чего это ты соскучилась? На прошлой неделе виделись. Почему не на работе? А, я уволилась сегодня. Опять? Вась, ну они все больные там. Я опоздала на полчаса. Начальник заставил меня писать объяснительную. Да, действительно идиот. Угу. И я о том же. Уж мог бы за 2 недели привыкнуть, что я задерживаюсь по утрам. Ну и какое это у тебя по счету увольнение? 10-е. Ага. А, нет, 9-е. Я думаю, что работа ходячей сосиской не в счет, да? Ну, не думал, чтобы работать ходячей сосиской, нужно заканчивать полиграфический. Я тебя умоляю. Я же тебе ничего не говорю, что ты с дипломом педа подался в рекламные фотографы. Я зарабатываю стартовый капитал. Тогда ты меня поймешь. Мне нужно немного денег для начала. Ну, 1030. Сколько? Хорошо, на 20 я тоже соглашусь. 15. Только отработаешь. Как? Вот смотри. Расшевели ее, а? Угу. Сделай что-нибудь. Как зовут? Кристина. Кристина? Да. А что вы тут такое интересненькое рекламируете? Так, как дорогая, ты? На меня смотри, Крис. Ну что? Хотите, я покачаю? У меня руки тренированные. Еще племянник. Ну, с этой бедой я справлюсь. А с какой не справитесь? Просто хочется реабилитироваться из-за своего нелепого поражения. Ну, если вы умеете чинить стиральные машинки, то у вас есть шанс. Вот чего не умею, того не умею. Я могу вам сделать очень хорошую скидку через своего знакомого. Если вы возьмете витринный образец, вообще почти даром получится. Спасибо. Ну, до магазина мы и сами доберемся. А так как-то неловко, да? Беспокоить незнакомого человека. А давайте познакомимся. Артем. Лена. Очень приятно. Его кормить пора. Сонь, домой. Сейчас. А знаете что? Вы возьмите вот телефон мой. Если передумаете по поводу машинки, то позвоните. Ага, хорошо, спасибо. До свидания. Нет, закончили. Так. Блин, еще какая фу. Мама, смотри, что я нашла. Что это? О, Макаренко. Педагогическая поэма. Папа ее месяц искал. Искал? А зачем же он тогда ее за стиральной машинкой спрятал? Мне тоже интересно. Давай вот он придет вечером, и мы у него спросим. Да. А пока немного поможем папе, ладно? Ладно. Так, держи.
Что это? Мама, это папин детский садик. Ну да. Узнаю твоего папу. Ни кухни, ни прачечной. Как будто дети ничего не едят и ничего не пачкают. Мама, я сейчас быстро все дорисую. Папа давно все придумал. Да, папа твой большой выдумщик. Это не выдумки, если бы ты разрешила. Сонь. Ну нельзя просто так взять и открыть детский садик. Даже если папе твоему очень хочется. Потому что нужно собрать много бумаг. Надо найти воспитателей. Нужно мебель купить. Родителей убедить отдать в садик детей. Ты еще просто маленькая и не понимаешь. Это ты не понимаешь, что у папы мечта. Моделью командовал, тебе за приборы платить, с нее вешалки что возьмешь? А с меня ты что возьмешь, Женя? У меня жена, дети. С тебя еще 3 съемки бесплатно. А зато детям объяснишь, что за свои поступки нужно платить. Да что за бред вообще такой, не понимаю. Если хотите, то моделью я командую. Отлично, тогда ты и плати. 30 тысяч попрошу внести. Так, у меня нет 30 тысяч. Отлично, тогда с тебя тоже 3 съемки. В качестве кого? В качестве бесплатной рабсилы. Не грусти, пристрою к делу. Снимки жду через 2 дня. Давай. Вась, прости меня, пожалуйста. Да ты-то тут при чем? Ты что ли этот софит уронила? Ну да, не я. Вась. Пошли. Ну, получается, по поводу денег все в силе, да? Вась, ну у меня реально голяк. У меня в холодильнике лук и масло растительное, все. Ну можешь сделать луковые кольца. Не могу, у меня муки нет. Ну, пожалуйста, ну. Ладно. Нахлебница. Я? Я не нахлебница. Я верну через 2 недели. Держи. Край через 3. Спасибо. Пойдем. 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 Добрый день, Каперанг Василий. Ой. Простите, пожалуйста, да. Я не хотела вас напугать. Да ничего, ничего. Я не из пугливых. Смешно, даже не знаю, как вас зовут. Инна. Очень приятно. И мне? У, я смотрю, вы радикально решили проблему со стиральной машиной. А, да, да. Люблю трудности. Здорово. Но когда надоешь полоскаться в тазу, приходите ко мне, я вам дам свой агрегат во временное пользование. Спасибо, конечно, но как-то неудобно. К соседям со своим бельем. Ну что вы сегодня меня спасли от потопа. Я у вас в долгу. Ну спасибо, спасибо, конечно. Но я сначала опробую как-нибудь этот агрегат. А потом уже спасибо. Понимаю. Папа, папа! А спросить, кто там? Мама, ну это же папа, только он так звонит. Все равно всегда нужно спрашивать, кто там, поняла? Папа, кто там? Да я папа ваш. Сейчас злой хорюстик съест свою любимую попочку. Это что? А, это? Ага. Это у нас новая стиральная машинка. Были еще синие, но я решил, что красный подойдет тебе больше. Издеваешься? Ну, да, да, целуй добытчиков. Так, Захар, ешь давай. Любимый, унеси, пожалуйста, таз на балкон после ужина. Не. Пусть он в ванной остается, на балконе стирать неудобно. А я могу стирать на балконе, там птички и ветер дует. О, отличный новый вариант семейного досуга. Мама стирает, папа отжимает. А я что буду делать? Папа, когда мы начнем стирать? А вот завтра и начнем. Дорогая, ты завтра не занята? А что это мы внезапно переходим на ручной труд? Потому что это весело.
Так, еще версии. Ну ты че? Ты че? Чего? Вася. М? Вась. А? Стиральную машинку когда привезут? Стиральную машинку? Угу. Стиральную машинку. Лен, тут со стиральной машинкой такая ситуация вышла. Стаси отдал. В долг. Она еще прошлое не вернула. Точнее, прошлое. Лен, ну что, мне надо было ей отказать, что ли? Ну, конечно. Она сестра моя, вообще-то. Ну, да. Пусть лучше страдает твоя жена, правда? Вась, ты представляешь, с какой скоростью наши дети пачкают одежду? Да. Тут ты права. Их бы результативность до нашей сборной по футболу. Ты можешь говорить серьезно? Ладно, все. Все, Ленок. Обидно признавать, но ты права. Это нас не спасет. Ладно, предлагаю распотрошить заначку. Так, стоп. Это деньги на отдых. Я хочу на море. Я там 100 лет не была. Между прочим, с медового месяца. Да. Опять ты права. Ладно. Обещаю тебе, завтра грандиозную стирку. Мама, это так вкусно! А можно я Захарика угощу? Нет, Сонечка, у Захарика своя еда. Папа, ты завтракать с Тазиком будешь? Нет, милая, у папы с Тазиком очень важное дело. Ничего да. Не понимаю. А так и задумано, милая. Папа уйдет с грязными вещами, а вернется с чистыми. Вась, ты в химчистку собрался? Ты с ума сошел? Там вещи Захарика. Лен, ты так шумишь, как будто я Захарика хочу в химчистку отдать. Так, все, я торжественно вам клянусь, что у меня в помыслах только стирка. Вася, здесь темное со светлым. Ты хочешь купить детям новую одежду? Сортирую на месте. Все, давайте, завтракайте, завтракайте. Ничего не понимаю. Сонь, за Захариком последи, я сейчас приду. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Вася, что происходит? Соседка, которую мы вчера чуть не затопили, в качестве благодарности предложила свою помощь. Ты с ума сошел? С грязным бельем к соседям? Успокойся, твое белье в порядке. К тому же это была ее идея. Ее? Ее. Доброе утро. Здрасте. Здрасте. Решились все-таки. Да, дети не оставили выбора. Познакомьтесь, моя жена Лена. Это Инна. Очень приятно. Очень приятно. Проходите. А, пойдем. Проходите. Ага. Спасибо вам еще раз. Да не за что. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Да. На здоровье. Ну, вы уж извините нас, что мы так вот врываемся, но ситуация у нас непростая. Я бы сказала, безнадежная. Да. Всякое бывает. Я представляю, сколько стирки с маленькими детьми. О, это вряд ли. Да. Так. Давайте я помогу. Тут очень мудреное управление. Я 2 часа инструкции читала. Спасибо. Вася у меня тоже с техникой не дружит. А хотите кофе? У меня отличный колумбийский сорт. Нет, спасибо. Я предпочитаю гватемальский. Ух. Вась, пойдем? Нам с детьми еще гулять нужно. Так. Ты Соню обещал в парк отвезти. Ну понятно, белье мы что, оставим, что ли? Мы не в прачечной с тобой. И цветное надо постирать. Ладно, тогда мы тебя ждем в парке. Спасибо, до свидания. Я бы с удовольствием попробовал этот колумбийский сорт. Мам, а когда мы пойдем на карусель? Когда папа придет. Мы же не можем Захарика одного оставить. Рядом. Мам, ну куда он денется? Он же еще ходить не умеет. Рядом. Ну а если мы его оставим одного, кто-нибудь подумает, что он ничейный и заберет его к себе. Кто подумает? Подозрительный дядька. Я его прогоню. Скажу, что Захарик наш, а папа у нас боксер. Папа у нас сегодня прачка на выезде, так что... С каруселью придется повременить. Вон, смотри, уточек видишь? Иди их посчитай. Всех пересчитаешь, получишь приз. Я первый раз в жизни встречаю мужчину, который хочет открыть свой детский сад. Василий, да вы большой оригинал. Да, стараюсь. Можно, кстати, на ты? Да. Так почему все-таки детский сад? Ну,
Дети наше будущее, так? Угу. Ну вот представь, если с самого начала заинтересовать каждого ребенка чем-то особенным. Вот одного заинтересовать наукой, второго творчеством. Научить их ничего не бояться. Вот. Ну и представляешь, какое будущее у нас тогда будет. Да. Тянет на счастливую старость. Да. Это точно. Главное — любить и личный пример. Обязательно. За это и выпьем. Да. Соня, встань, пожалуйста. Ты же испачкаешься. Неужели хоть полдня нельзя провести в чистой одежде? Мам, я брюки папе отдам, а он их постирает. Угу. Папа наш прачкой станет, да? Будет весь дом обстирывать. Мама, когда папа придет? Не знаю. По-моему, он прирос к чужой стиральной машинке. Что? Да ничего, Соня, карусель отменяется. Ну, спасибо тебе за помощь, за кофе, за разговоры. Это недорого стоит. Да нет, не скажи, не скажи. Иногда очень приятно встретить понимающего человека. Ну, тогда заходи еще. Да, обязательно зайду. У меня тоже вещи для стирки накопились. Все, миссия выполнена. Детям снова есть что пачкать. Прекрасно. Ура! Мама, можно я что-нибудь испачку? Соня, ну подожди хотя бы, чтобы вещи высохли. А, точно. Пойду развешу. И надо новую партию. Я на завтра договорился. Самому уже носить нечего. Вась, ты понимаешь, что это неприлично? Чего тут неприлично? Вы и на сама не против. А, ну разумеется, не против. Соня, ты доела? Иди, пожалуйста, в свою комнату. А десерт? Десерт попозже будет. Иди. Ай, сахарик мой. Что ты там делал? 4 часа. Как что я делал 4 часа? Ждал, пока белье постирается. Кофе выпил. Но потом поговорили немножко. Поговорили. Нашел родственную душу? Лен, ты что? Ты ревнуешь, что ли, меня? Я ревную. Кому? К этой Фифе? Вась, ты там около машинки стиральной не перегрелся? Нет, я не перегрелся. Я просто не понимаю, чего ты завелась-то? Я завелась. Вначале ты сломал стиральную машину. Так, стоп. Стоп. Стиральная машина сломалась сама. Купили мы ее 5 лет назад. Купили в БУ. Она должна была сломаться уже лет... Ну, конечно, конечно. Потом ты сыграл в щедрого братца. И купил мне вместо стиральной машинки тазик. Очень мило. Как будто мне дома больше заняться нечем, кроме того, как стирать на руках. Ты же не работаешь. Да. А это, по-твоему, не работа? Посуда у нас сама моется. Еда в холодильнике тоже сама появляется. Ты хоть заметил, что у тебя каждый день на полке откуда-то появляются чистые носки? Заметил, Лен, заметил. Но думал, что это носочная фея. Не смешно, Вась. Ладно, не смешно. Давай, жду новых указаний. А никаких указаний не будет, я уже все решила. Правда? Завтра нам привезут стиральную машинку. Так что, пожалуйста, больше не обременяй чужих людей своими нелепыми просьбами. Я никого не обременяю. Инна сама это предложила. Кто там у вас что предлагал, мне вообще не интересно. Понятно? Пойдем, любовь моя. Приятного аппетита. Детей я уложила. Даже Соне сказку рассказала. Может, мы тоже пойдем спать, а? Или не спать? Иди ложись. Мне еще поработать надо. Слушай, вчера приносил конверт большой с фотосессией. Где он? А без фотосессии никак нельзя обойти сейчас, а? А вообще можно. Знаешь, можно. Можно вообще без фотосессии.
не работать. Ага. Только тогда нам надо будет пожить и немножко еще без денег и без стиральной машинки. Согласна? Нет. Нет? Нет. А вот этот может? Этот? Дай его сюда. А-а-а. Давай. Нет. Оу. Ничего себе. А я не знала, что у тебя такая тяжелая работа. Устаешь, наверное, очень. Девиц-то в купальниках снимать. М? Круто. Спокойной ночи. Ну и чё? Чё-то такого-то тоже. Так, так. Все, нормально все. Соня, всё. Постарайся сегодня не испачкаться. Так сегодня же машинку должен привезти. Или планы поменялись? Мои планы не меняются никогда. А девочка должна быть аккуратной. Аккуратной. Слушаюсь, товарищ командир. Слушаюсь. И никаких животных в дом не приносить. Да, 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 никаких. Возвращайтесь, наверное, к 16:30, чтобы мастеру не мешать. Чтобы мастеру не мешать. Хорошо. Прекрасно. Ну что, давай вперед. Помогай. Алло. Так. Ну, Захарик. Да, жду, готов? Конечно. Да, да, да. А, так, конечно, все, да. Поехали. Я сейчас отключу вторую машинку. А, не надо. Давай вперед. Вы сами. Хорошо. Так. Да, хорошо, договорились. Спасибо, до свидания. У вас все так хорошо получается. Может, вы меня обманули? И магазин все-таки ваш? Нет, магазин действительно друга. Mm-hmm. Просто инструкцию изучил и форумы в интернете посмотрел с утра. Mm-hmm. Надо же. Мой муж читает инструкцию только когда что-нибудь поломает. Нет, не про меня. Я вслепую действовать вообще не могу. Mm-hmm. Должен быть план какой-нибудь, хотя бы приблизительный. Ну да. Лучший экспромт – это подготовленный экспромт. Все, хозяйка, можете принимать работу. Тут вот еще режим сушки есть. Просто фантастика. Сколько я вам должна? 12 000. Всего? Ну, я бы еще от кофе не отказался. Не проблема. Кстати, к вам завтра приедут, заберут старую машинку в утилизацию. Я договорился. Артем, вы просто гений. Ну, это преувеличение. И, кстати, можно на «ты». Хорошо. Так. Ну, если мама была права, то стиральную машинку уже установили. Ну-ка, Пуфыча, сюда. Так, так. Ну что, Стёма, Пуфыча, будем испытывать новый агрегат, а? Будем. А как? 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 А вот, вот так, а? Вот так, а? Ну, давай меня, давай еще, давай на папу. Давай, 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 давай. Я на тебя, я на тебя. Давай еще, я еще на папу, давай. Вот, вот теперь мы готовы к испытаниям, да? К испытаниям готовы? Ну, поехали. Давай. Так, а брата береги, он тебе еще пригодится. Подрастешь, поймешь. Ну-ка, давай скорее. А в следующем году хочу очень поехать отдыхать, наконец-то. Весной в Италию хочу. Летом к нам на море, в Сочи. Да. Я 100 лет на море не была. Поезжайте тоже. Там, в частном секторе, можно вообще за копейки снять жилье на месяц. 1020. Со всеми удобствами. Ну, а еда там, само собой, дешевая. Я бы прямо сейчас так, куда-нибудь заходи. Махнула. Ей-богу, серьезно. Старая машинка в коридоре, значит, новая уже стоит. А у нас как раз есть для нее работа. Здрасте. Здрасте. Познакомься, это Артем. Он помог нам со стиральной машинкой. Очень приятно, Василий. И мне. Захар. Представляешь, у Артема друг, хозяин магазина бытовой техники. Артем договорился с ним на хорошую скидку. Так что вышло вообще недорого. А, ну что ж, умеете вы выбирать друзей, Артем? Стараюсь. Ты представляешь, там даже сушка есть. Артем все установил, так что можем начинать стирать. Вау. Ну что ж, очень хорошо. Кстати, актуально. Мы тут немножко запачкались. Кто бы сомневался. Это да. Соня, на кого ты похожа? Вся в песке. На кафе. Быстро иди переодевайся. Давай, давай. Ну ладно, это не страшно же.
нас спасет Артем. Да? От стирального коллапса. Артем, вы, кстати, всем помогаете или только так? Избирательно? Стараюсь помогать, когда есть возможность. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну, что ты мухаешь? Что ты мухаешь? А? Ну, что, мне, пожалуй, пора. Спасибо огромное за обед, за кофе. Тебе спасибо большое. Я провожу. До свидания. Ну что, ты тоже этого пижона видел, а? До свидания. Всего доброго, Артем. Давай, 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 вперед, 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 вперед. Вот какие, а? Так. Стесняюсь вас спросить, а кто это был-то? Просто знакомый. Просто знакомый просто привез тебе стиральную машинку? Ну почему просто? Я ему заплатила. Ну, глядя на твой наряд, боюсь спросить, чем. Ты с ума сошел? Ты на что намекаешь? Ты меня со своими модельками не путай. Деньгами заплатила. Подожди, одно уточнение. То есть, когда я предлагаю залезть за деньгами в заначку, это у нас ужасная идея. Появляется незнакомый мужик, и ты тут же лезешь в заначку. Артем предложил решение проблемы, которую, между прочим, создал ты. Ладно, отдай ему деньги. А стиральную машинку я завтра сам куплю. Чего я ему не отдам? Пока ты купишь стиральную машинку, я все руки в тазу сотру, ага. Подожди. То есть, когда я стираю белье у соседей, это у нас ужасно. Как только появляется незнакомый мужик, предлагает свою помощь, это у нас великолепная идея. Да. Меня удивляет, почему это тебе не кажется очевидным. Ты, по-моему, уже готов прописаться у этой соседки, нет? Так иди. Иди, я тебе носочки могу собрать. Сдам девушке трудовую вахту, все как положено. Пусть она теперь помучается. Ой, подождите. Подождите, подождите. Ой, господи, вы мучаетесь. Да? То есть сидите здесь на всем готовике. Что? И еще она успевает в муках посидеть. Я работаю, работаю, а она сидит и мучается. На всем готовом, да? Да от тебя помощи никакой. Ты только и знаешь, что шутить и девиц голых снимать. Не то что... Не то что кто? Не то что кто? Артем наш прекрасный, да? Артем здесь совершенно ни при чем. У нас всегда все проблемы решаю я. Детей воспитываю я, потому что тебе ничего нельзя доверить. Ой, боже, боже, боже мой, мне невозможно ничего доверить. Подожди, одно точнее, может, я вообще здесь мешаю в этом вашем доме, в прекрасном вашем доме, образца культуры и быта. Да, мешаю. Я могу уйти. Уходи. Я прекрасно без тебя справлюсь. Да и я не пропаду. Иди. Я ухожу. Уходи. Я уйду. Да вперед! Звонит. И тогда злая ведьма заколдовала прекрасную принцессу. И принцесса уснула. А вокруг замка выросли огромные дубы и колючие-колючие заросли. Мама, когда папа вернется? Я хочу сказку про Фуфычу. Завтра. Завтра он вернется и будет рассказывать тебе сказки. А сейчас спи. Спи, моя хорошая. Абонента.
что-то Вася заигрался в самостоятельности. Алло, Стась, привет. А Вася не у тебя? Нет. А он тебе сегодня не звонил? Нет. А что случилось? Да нет, ничего. Извини. Пока. Захарику угощала. А мама где? Она вышла за тобой и больше не возвращалась. Папа, понятно. А когда мама вернется? А сейчас узнаем, доча. Иди спать ложись. Алло, здравствуйте. Это морг? Стася. Привет. Привет, 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 привет. Скажи мне, пожалуйста, случайно Лена не у тебя? Нет, не у меня. А что случилось? Ну все. Она ушла от нас. Я никогда не поверю. Телефон выключен. Я не могу дозвониться. Ну, наслаждайся свободой. Вернется, опять начнется диктатура. А если не вернется? Тем лучше. Начнешь новую жизнь. Откроешь детский садик наконец-то. Все, Вась, мне пора бежать. Я на концерт собралась. Пока. Удачи. Вот и ты от меня бежишь. В Германии все лидеры одержали победы, занимают представителями разных стран. На улице Маяковского произошло ДТП. Водитель в нетрезвом состоянии совершил наезд на автобусную остановку. Пострадали два человека, один в тяжелом состоянии. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. Только не сейчас. Вася. Вася, это ты? Лена, ты где? Ты когда вернешься? Вася, я дома, это ты когда... Когда вернешься? Ты что, напился, что ли? Как ты попал на телевидение? Лен, ты что? Я дома, это ты на телевидении? Вот смотри, я дома. Лен? Лена? Лен? Лена?
Вась, ты спишь? Не может быть. Лена! Лена, 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 Лена. Так, давай вставай. Так. Так, вставай. Вставай, вставай. Вставай, вставай. Вставай. Лена, что? Все хорошо. Что все хорошо. Лен, я не понимаю, что происходит. Тебя с нами нет? С нами? А кто? Кто там еще с тобой? Как кто, Лена? Дети? Вася. Вася, дети со мной. Лена, дети со мной. Вася, дети со мной! Так, значит, подожди. Значит, подожди. То есть, наша квартира с тобой раздвоилась, и у каждого свой комплект детей, так? Все, я схожу с ума. Или я схожу с ума. Вася, Вася, не пей! Соберись. Все. Так. Фу. Все, собрался. Собрался. Да. Жизнь наша раздвоилась. Квартиры раздвоились. Весь мир не мог раздвоиться, так? Я не знаю. Может, это можно... Может, можно как-то проверить? Проверить. Так. Значит, давай. У нас во дворе, на детской площадке. Прямо сейчас. Хорошо. Около горки. Да, встречаемся. Я тебя жду. Давай. Его нет. О, Господи! Вася, пожалуйста, выйди на связь. Я тебя очень прошу, пожалуйста, ты мне так нужен. Папа, папа, вставай, просыпайся. Папа, я есть хочу. И Захарику нужно памперс поменять, а мамы дома нет. Папа, а где мама? Так. Доча. Мама уехала к бабушке. Ненадолго. А почему меня с собой не взяла? Я тоже к бабушке хочу. Ну, а за мной кто следить будет, м? Я ж без тебя совсем от рук отобьюсь.
Так, все. Завтракать и умываться. Быстро, вперед. Алло, здравствуйте. Я бы хотела записаться к Олегу Пономареву на прием. Сегодня у меня очень срочное дело. Ой, как хорошо. А через час можно? Спасибо большое, да. Мы не опоздаем, не волнуйтесь. Ага. Соня, нам скоро идти? Сонь, перестань размазывать кашу по тарелке. Я и не собиралась. Я кашу уже лет 5 не ела. Стась, привет, это я не тебе. Стась, ты можешь посидеть пару часов с детьми? У меня очень срочное дело, мне нужно отлучиться. А Васька что? У него что, сегодня отдых от семейного долга? Нет, он уехал в командировку. Братина, я не могу сегодня, у меня важное дело. Стась, возьми и смоги, я тебя очень прошу. В конце концов, ты у Васи одалживаешься с завидной регулярностью. Пожалуйста, сделай ответную любезность и посиди с детьми. Они, в конце концов, твои племянники. А вот деньгами попрекать с них хорошо. Все. Давай, я тебя жду через полчаса в нашем парке. Мама, а давай сядем в машинку и поедем к папе. Соня, это невозможно. Папа очень далеко. Что, и машина туда не доедет? Но, а как же он туда доехал? А вот он вернется, и ты сама у него спроси, ладно? Девчонки, я бежала как сумасшедшая. И все равно опоздала. Да. Привет, Соня. Привет, смотри. Привет, Соня, привет. Так, здесь вода для Захарика, овощи, да? Если проголодается, памперсы, влажные салфетки, пластырь, зеленка, спрей от комаров. Скажи, а ты палатку с топором положила? Ну, просто очень пригодится в походе. В походе проще. С детьми никогда не знаешь, что понадобится. Так, все, я побежала, если что, давай, звони. Пока. Пока. Пока-пока. Соня, веди себя хорошо. Угу, куда без этого? Пока. Соня, так куда у нас там папа уехал? Не знаю. Они вчера вечером с мамой громко разговаривали, а утром его уже не было. Угу. Так, значит, знаешь что? Пойдем на карусель, и ты мне расскажешь, о чем папа с мамой спорили, ладно? Угу. Я тебе мороженое куплю. Ура! Пойдем, толкай. Можешь, не тяжело, нет? Нет. Мой хороший Захарик. Так, дочь, где мама кофе хранит, а? Я уже все обыскал. Осталось только пол вскрыть. Вот он, в этой банке. Да, очень оригинально. Так можно бриллианты хранить. А ты ее поверни. Так, я сам, все, давай, завтракаем. Захар, ешь. Так. Папа, я не хочу кашу. Она невкусная, не комки. Так, давай. Размешай, будет вкуснее. Ешь. Мама кашу без комочков делает. Так, ну и чем тебя кормить? Торт шоколадный. Понятно. Захар, ну хорош. Сейчас всем тихо. Да. Лаптев? Да, Евгений Ильич. Ты где? А нет, я не могу, я с детьми сегодня. Жена уехала. Это твои проблемы. Через час жду тебя в парке, где... Это плохо. Это плохо. Захарик, ешь. Захарик. Захарик, Захарик. Алло, Стася, так ну-ка давай, спасай меня. Выручай, Лена уехала, я с детьми, мне на работу надо. Сегодня никак, я на собеседование иду, извини. Ну не пух, не пера. К черту. Все, дети, я погиб. Вот здесь, так. Ох, спасибо вам большое. Огромное вам спасибо. Тихо, 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 тихо. Так, спасибо вам, вы меня просто спасли. Спасибо. Ну что, дети, пойдемте. Узнаете, почем фунт лиха. Вперед. Итак, вы позвонили мне по телефону и сказали, что у вас очень серьезный вопрос. Доктор, я оказалась в совершенно чудовищной ситуации. Что за ситуация? Мы поссорились с мужем. И оказались в параллельных реальностях. Он в одной, я в другой. И общаться мы можем только через телевизор. Очень интересно. Очень интересно.
Одну минуточку. Мне нужно посоветоваться с коллегами. Одну минуточку. Алло, Светлана, будьте добры, пригласите коллег. Да, мне нужен консилиум. Спасибо. Коллеги, принимайте пациента. Шизофрения, отягощенная параноидальным бредом. Рекомендую стационарное лечение. Что? Да вы что, с ума сошли? Да что вы делаете? Дело в том, что с ума сошли именно вы. Вам необходимо квалифицированное лечение в специализированной клинике. Нет, 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 я не могу в дурдом, у меня дети! Это для их же блага. Уберите руки! Понимаете, мы поссорились с мужем, и теперь я не знаю, как с ним помириться. Ну, почему бы просто не взять и попросить у него прощения? Что может быть проще? Потому что он виноват в нашей ссоре. Это он сидел 4 часа с этой профурсеткой и неизвестно, чем занимался. Согласитесь. Муж выполнял вашу просьбу. Ну, но да. Если бы вы не хотели оставлять его наедине с молодой и красивой женщиной, то отправили бы его к детям, а сами бы следили за стиркой. А мне что с ней делать? 4 часа, простите. Вы могли бы пообщаться, поговорить и выяснить для себя, что вашего мужа так привлекает в соседке. Вы с ума сошли? Отнюдь. Чаще всего мужчина ищет в других отношениях то, чего ему не хватает в семье? А, то есть ему еще чего-то не хватает. Интересно, а кто-нибудь вообще спросил меня, чего не хватает мне? Чего вам не хватает? Сейчас мужа. Он в отъезде. Но ведь можно же ему сказать об этом. Ну, наверное, да. Только я не знаю, нужна ли я ему все еще. Или нет. Так, все. Саня! Пошли. Ух ты, вода. Все. Я спасен. Так, доча, папе налей. Я тебе перезвоню. Лапки. Черт, ты уже здесь. 5 минут до съемки осталось. Где тебя черти носят? Евгений Ильич, вы в выражении выбирали? Со мной дети. Я не понял, а зачем ты притащил сюда детей? А я их оставлю, Женя. Я предупреждал. Лаптев. Держи своих детей под контролем, а не то… Женя, крепостное право отменили, не помнишь? Очень жаль. Все, работаем, давай. Папа, а правда, что ты мороженое будешь снимать? Правда, а ты будешь сидеть спокойно и тихо, охранять Захарика. Так, все, вперед, давай. Осталось. Помогай мне. Угу. Так. Давай, расстилай. Осторожно. Вперед. Здесь, давай. Давай. Так, отлично, управляемся. Вот, давайте, выставляйтесь. Сейчас папа поработает. А можно мне мороженое, если невкусное, завтра? Можно, но только после вкусного обеда. Все, держи. Держи. Все. Сидите здесь. Все. Спокойно. Класс. Папа работает. Тихо. Супер. Все нормально. По кочкам, по маленьким листочкам, ямку. Ух, провелся Винни-Пух. Так, девочки. Раз, два, три. Вместе. Сексуальней. Можно посексуальней. Так, очень хорошо. Повернитесь. Так. Ага. Так. Папа, я пить хочу. Иди там на столе возьми. Соня, где Захарик? Я не знаю, я только на минутку отвернулась. Так, бабушка, перерыв. А потом быстро сюда. Быстро ты, сиди здесь. Поняла? Я найду Захарика. Папа, мама, нас убьет. Вот поэтому и не убьет. Все, я дома. Привет. Девочка моя любимая. Привет, любимая, привет. Ну, как дети мама себя вели? Отлично. Мы сначала играли в догонялки с коляской, угу. И у меня чуть не случился инфаркт. Но Захарик меня спас.
Его укачало и стошнило прямо в коляску. Поэтому мне пришлось мыть коляску в фонтане, а Захарика держать на руках. У меня руки теперь не разгибаются. Ты лучше меня смотри. Твои дети кого угодно в могилу сведут. Давай твоих подождем, тогда посмотрим. Никаких детей. Я умру бездетной. Мне вот этих двоих вполне достаточно. Тетя Стась, а когда мы пойдем гулять? С тобой весело. Никогда. Накорми меня. Заодно расскажешь, что там с Васей. Конечно, пойдем на кухню. Соня, ты голодная? Нет. Будем продолжать работать. Нет, старик. Все прекрасно. Рано все тебе еще в самоволке уходить. Вы понял? Чудесно. И уползать. Еще ярче. Еще. Так, подождите, подождите. О, боже мой. Женя, я сейчас все исправлю. Не надо ничего исправлять. Ты давай, 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 снимай. Без какой кадр? На камеру, что ли? Ну не ведром же. Лаптев, давай, давай. И что, фотографировать ее? Лаптев, ты что, на солнце перегрелся? Давай вперед! Ладно, давай. Пусть с ребенком посидят. Умеешь? Девчонки, держи. Давайте, давайте, давайте. Давай, держи. Все, аккуратно. Вперед, да понял, вперед, я понял. Вперед, вперед! А, Сонечка! Папа, тебе все не было и не было. Я такая голодная была. Я так больше не буду. Ты не отвлекайся, а папа пока пофотографирует. Так. Дочь, я бы на твоем месте времени терял. Папа устал. Ужин готовить не будет. Ну, вперед, впрок. Так, так. Очень хорошо. Отлично. Еще. Так. Давай, 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 давай. Так. Ну. Еще, 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 еще. Ну, еще, еще, давай, давай, больше. Нормально? Слушай, а куда Вася уехал? Я ему звоню, у него абонент не обслуживается. Наверное, телефон отключили за неуплату. Он в командировке. А где именно? Название у этого места есть? Есть, конечно. Только я забыла спросить. Он вернется, сам тебе все расскажет. Когда он вернется? Просто Соня сказала, что перед его командировкой вы очень громко разговаривали. Ну, я точно не знаю. Сказал, неделя, полторы. То есть, чтобы ты и не узнала, куда Васька намылился, да еще и насколько, я никогда не поверю. Так, Стась, а? Может, хватит вопросов, а? Здесь тебе не викторина. Давай мы сами разберемся. Что делать, что случилось. Во, вот это просто бомба. Да. Девочка готовая звезда. Кстати, откуда ты ее взял? Она моя дочь, Женя. Откуда взялась? Не надо, догадался. Молодец, Лаптев. Да. Хорошую смену растишь, а? Да, стараюсь, стараюсь. Кстати, на правах родителя. Готов обсудить гонорар будущей звезды. Ты с ума сошел? Какой гонорар? Она же твоя дочь. И вообще, она пол торта съела. Да, самоотверженно работала. Вот. Торт и будет ее гонорар. Нет. Не пойдет, Евгений Ильич. Не будет гонорара, не будет фото. Дети, Евгений Ильич, очень дорогое удовольствие. Надо платить. Ладно. Сколько? Да-да-да-да. Папа, а как ты думаешь, мама уже вернулась? Вряд ли. Ну, папа, что? А кто тогда приготовит нам ужин? Ты? А что ты приготовишь? Значит, вариант у нас будет простой и походный. Пельмени. Папа, я не хочу пельмени. Я хочу пирожков с капустой. Значит так. А Захарик вообще не ест пельмени. Давай ты испечешь пирожки, а я тебе помогу. Нет, доча, вариант у нас будет с тобой другой. Мы не будем ужинать дома, а пойдем в это кафе. И отпразднуем тут первый рабочий день, так сказать. А но... пирожки там тоже есть? Ну, не знаю, думаю, есть. Но даже если нет, ты закажешь все, что ты хочешь. А, побежали? Да! Ну, побежали. Да. Папа, а что это? Дай попробовать. Нет, доча, это лекарство для папы. От чего же лечится доблестный Каперанг? О, да лучше тебе не знать. Так сразу и не расскажешь. Ну, а ты попробуй. А, скажу просто, трудный день. Здравствуйте, мне, пожалуйста, запеченную куриную грудку и греческий салат. Угу. Я здесь часто бываю, меню знаю наизусть. Готовить не люблю, поэтому спасаюсь общепитом и кефиром. Да, ну я думаю, я тоже здесь буду часто теперь бывать. Но кефир меня не спасет. Неужели твоя жена так плохо готовит? Мама вкусно готовит, но она уехала. И я теперь за старшую.
а готовить не умею. Ну ничего, мама приедет и научит тебя готовить. Мы не знаем, когда он приедет. Да, к родственникам уехала. Помощь ему нужна. Да. Дела семейные, понимаешь? Понимаю. Ничего, что мы так детей твоих укатали и режим нарушаем? Нет. Ты не знаешь, какой у моих детей запас прочности. Ладно. Вот. Спасибо тебе. Ну да что ты, я же просто немножко малыша на руках подержала. Да нет, я не об этом. Ну а что? Не привык как-то один быть. Дома пусто, как-то не по себе даже. Ну а как же дети, они всегда с тобой. Да, дети со мной. Ну Соня спрашивает все время, когда мама приедет. А я не знаю, что ей ответить. Что все так плохо? Нет. Ладно, давай его сюда. Ничего. Давай его сюда. Уже вечером мудренее, я уверена, что все будет хорошо. Давай, Сонечка, да. Вот это. Давай, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас спать хотят, пойдем. Так кто одеяло все спустил? Мама, а папа завтра вернется? Я не знаю, Соня. Послезавтра? Так. Спи. Послезавтра и посмотрим. Послезавтра это очень долго. Антинаучно. Шизофрения. Они что, физику в школе не учили, что ли? О, сатанисты. Приехали. Может, я схожу с ума? Коньячок мы любим. Так. Так. Давай! Что там у вас? Портал? А? Окно? Я доча. А, папа это, волшебную страну вход ищет. И решил туда сбежать, как мама. Ну что ты, доченька, папа никогда не убежит от тебя. Честное, честное слово, никогда не убежит. Честно? Обещаю. Честное, честное папино слово. Ну что, пойдем спать. Спать, вперед, вперед, вперед.
Вась. Лена. Леночка моя. Леночка, ты как? У тебя все хорошо? Вась, у меня все плохо. Я ничего не понимаю, Вась. Лен, милая, сейчас не плачь. Только не плачь. Ты. Все будет хорошо, я что-то придумаю, Лена. Может, мы сошли с ума все-таки? Лена, коллективно с ума не сходит. С ума сходит поодиночке. Если не считать того случая в лифте. Какой случай? Ну, как мы с тобой познакомились. Помнишь? Как ты идешь, вся такая. Да, признавайся. Сразу мне влюбилась. Ну, я сразу, как тебя увидел. Сразу же и влюбился. Вась, ты что, пьяный? Так, начинается. Я стекло, Лена, я трезвый. Так, не ври мне. Я же вижу бутылку. Ну, выпил две капли. Стресс снять. А дети где? Что ты с ними сделал? Накормил и спать уложил. Лена, что такая паника-то? Оттуда, что ты пьяный, а за детьми кто смотрит? Да. Родная тетка от них отказалась. Стася? Угу. А у меня сегодня Соня ее загоняла, и она у меня еще час отлеживалась. Значит, Стася у нас тоже размножилась. Вась, а ты их хоть покормил? Покормил. Соня утром съела шоколадный торт. Что? Вечером она ела в кафе. Съела пять. Пять пирожков с капустой. А Захарик? Тоже в кафе пирожки ест? Нет, Леночка, я его баночки с собой взяла, а там Ивина его уже покормила. Как интересно. Ты ее уже по кафе водишь, да? Так давай сейчас, без сцен. Ладно? Случайно встретились не в кафе. А, случайно. Теперь это так называется. Отлично. Что вы еще случайно успели сделать? Лена, а что за тон-то такой, а? Я что, не могу ни с кем встретиться, пообщаться? Да ничего. Я думала, что ты ищешь способ, как вернуться. Чтобы все было по-старому. А я смотрю, что тебя и так все устраивает. Да? Ты рад, наверное, даже, что я вам с Инной там не мешаю? Да не рад я, конечно. Ищу. Вон чуть шкаф не сломал. Ничего другого я от тебя и не ожидала. А знаешь что? Ты не торопись. Я тут без тебя прекрасно справляюсь. Ты только детей не умори. Да не умори уж, Лена, справлюсь как-нибудь. Не бином Ньютона. Что вы говорите? Может, вы еще знаете, на что у Захарика аллергия? Понадобится, узнаю. Ты лучше подумай, на что жить там будешь, а? Зарплата-то только у меня в руках, видишь? Ха, это не зарплата, это слезы. Я в два раза больше заработаю. Лежа на диване, на одних балансах. Давай. Чего? Иди заработай. Давай. Иди поработай. Ты же не помнишь уже, когда работал-то последний раз. Все, Лена. Прекрасно. Лена, возьми, это, наверное, тебе. Да, Евгений Ильич. Не рановато ли вы? Снимки в работе. Хорошо. С добрым утром, Василий. Светлана Дмитриевна, здравствуйте. Это Лена Лаптева по поводу работы. Да, бухгалтер. Да, и бухгалтерскую, и налоговую отчетность вела. Я могу приступить хоть завтра. Только мне бы работать удаленно. Да, у меня дети. Двое. Не получится? Понятно, спасибо. Олег Степанович, здравствуйте. Это Лена Лаптева. Да, вы мне когда-то работу предлагали.
А, вы уже на пенсии. Да, поняла. Угу. Извините. Мам, ты чего грустишь? Что папа не возвращается, да? Нет, Сонечка. Я просто работу найти не могу. А давай поедем к папе и будем работать с ним. Не получится. Папа очень далеко. Папа нас забыл, да? Бросил. Ну что ты, Сонь? Я знаю. У Степы из 4-го подъезда тоже папа был. Потом ушел от него. Я теперь как Степа, да? Сонь, ну ты что? Что ты такое говоришь? Папа просто уехал. Ну как тебе можно бросить, доченька моя любимая? А Захарика? Я вас никогда не брошу. Веришь? Ну-ка, улыбнись. Быстро иди играй, а я еще позвоню. Алло, Артем, здравствуйте, это Лена, вот которая со стиральной машинкой. Папа, посмотри, ворота здесь сделать или с другой стороны? Сонечка, это твой замок, где хочешь, там и делай. Но ты даже не посмотрел. Сонь, мне надо работать, делай его сама. Ты теперь всегда работаешь, с нами никто не играет, правда, Захарик? Вот и Захарик говорит, да. Папа, поиграй с нами. Соня, я не могу с тобой играть сейчас, у меня работа. Ну хотя бы чуть-чуть. Соня, я не могу с тобой поиграть сейчас, Соня. Не надо меня по 100 раз об одном и том же спрашивать, хорошо? Делай свой замок сама. Сонь, ну Сонь. Я не могу сейчас разговаривать, я тебе говорю. Давай, я освобожусь, перезвоню тебе. Все, давай, пока. Добрый день. Привет. Тебе привет, Сонь. Бить меня снова будешь, да? Буду. Папа сказал, мама, защищать от дяди. Понятно. Сонь, прекрати. Артем, как тебя по отчеству? Длинное, просто лучше Артем. Артем очень нам помог, и нельзя его бить. И вообще, никаких драк. Поняла? Ладно. Что у вас снова случилось? Артем, мне очень неудобно тебя просить, но мне нужна работа. Позарез. Почему такая срочность? Что-то серьезное случилось у вас? Я поняла, что не хочу полностью зависеть от мужа, в смысле денег. А по профессии кто ты? Бухгалтер. Но с рождения Сони я не работала, а она потому что много болела. А потом появился Захарик, но я все быстро вспомнила. Да я не сомневаюсь, просто для бухгалтера сейчас у меня ничего нет. Понятно. Прости, что побеспокоила. Но будет. Я хочу открывать новую линейку. Хочу торговать электроинструментами. И для этого мне нужен кредит. А чтобы получить кредит, мне нужен бизнес-план. Ты можешь написать его? Ой, я не знаю, но я попробую. Попробуй. Это будет частью испытательного срока. Но в любом случае деньги я за работу заплачу. Спасибо. На. Соня, что Соня, ты куда? Делаешь? Я же тебя просила. Ты просила не драться. Так я и не дерусь. Артем, Артем, я не знаю, что на меня нашло. Давай почищу. Да ничего страшного, тут в основном копии. За тобой глаз да глаз нужен. За тобой тоже. Соня! Артем, я не знаю, как за нее извиниться. Может, ты пообедаешь с нами? Санюш, ну прости меня. Я не должен был на тебя кричать. Прости, я больше не буду. Будешь. Мам, нет, теперь никто меня защищать не будет. Как это никто защищать не будет, а? А я на что? Я тебя всегда защищать буду. Всегда, ото всех. Неправда. Ты тебе скучно и злой. Ты со мной даже играть не хочешь. Я с тобой играть не хочу. Соня, я с тобой очень хочу играть. Я хочу пойти с тобой в парк. Весь день кататься на каруселях. Есть эти твои вот эти леденцы твои любимые. Мороженое тоже есть будет? Мороженое, конечно, будет. И уточек пойдем кормить? Ох, не знаю. Если ты так будешь долго собираться, то уточек мы уже никаких не покормим. Улетят голодные. Голодные? Угу. Папа, я быстро, а ты Захарика пока собирай. Давай, быстро, 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 быстро. Пожалуйста. Спасибо большое. А мне пирог. А упрямую девочку Соню, которая портит чужие вещи,
Я десертом кормить не буду. А я, пожалуй, угощу. Ты же просто слушалась папу, да? Кстати, а где твой папа? Мне кажется, мы могли бы с ним подружиться. Уехал в командировку. Надолго? Мы не знаем, когда он вернется. Жалко. А можно мне все-таки кусочек торта? Да. Да, Евгений Ильич. А, снимки в работе делаются? Я с детьми гуляю. Ну, ничего страшного. Подождет. Ничего с ним не случится. А нам еще уточек кормить. Рядом. Я говорю, нам еще уточек кормить. Пап, мы домой будем, да? А не уточку, да? Ты знала слой сердитый. Ну, что ты, а? Маленькая. Конечно, мы пойдем к уточкам. А это я тебя от слова дяди спасал. А мы, конечно, пойдем уточек кормить. Давай, пойдем? Ну, иди ко мне. Иди корми. Вперед. А это Захарик. Ему понравится. Давай, беги. Ну, тоже хочешь? Ну, давай. У тебя сегодня тоже праздник. Алло, Артём, привет. Я дописала бизнес-план и отправила тебе на почту. Да, хорошо. Завтра созвонимся. Прости, что так поздно, но ситуация экстренная. У Захарика что-то с желудком, я не знаю, он плачет уже целый час. Мне надо в аптеку бежать, а оставить их не с кем, посидеть с ними полчаса. Да-да-да, конечно, да? Конечно, да. Хорошо, вот ключи от верхней, я на нижней не стал закрывать. Соня тебя ждет. Спасибо, спасибо. Не за что, давай. Пойду, когда ему так плохо. Ну да, ты вот не уснешь. Тихо, тихо, тихо. Спать не смогу, пока ему легче не станет. Все станет. Тихо, тихо, тихо. Так, все. Ага. В общем так, фармацевт тоже считает, что это желудочные колики. Ага. Все в пакете, все, что должно помочь. Да, а если не поможет? Ну будет госпитализация, значит. О, Господи. Все, помогай. Да открывай. Я все виновата. Я дала ему сладкий леденец. Так, а ну-ка отставить истерику. Леденец ты дала мне. А я уже дал его Захарику. Так, все, давай. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Ну, ой. Вот, о, вот. Вот, вот он молодец, молодец, скушал. Хватит? Вот, так, вот, тихо. Ой, тихо, 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 тихо. Тихо, мой хороший. Соня, иди спать. Все, ему лучше. Все. Так, тихо. Пока. Давай. Иди. Ну. Ну все. Спасибо тебе, что посидела с ними. Я ужин с собой принесла. Если хочешь, могу разогреть. Да, ну нет. Что-то спасибо тебе. Вставать, наверное, рано, да? Вставать мне как обычно. Но все равно неудобно. И так меня спасла. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Ну все, ладно, все. Тогда я пойду. Я тебя провожу. Давай, давай, мой герой. Давай, мой хороший, мой герой. Мой герой геройский. Мой герой. Спасибо тебе еще раз. Спасибо. Пока. 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 Спасибо. Лен! Лена! Что-то ты сегодня припозднился. Опять по кафе гуляем? Ведем светскую жизнь?
По аптекам хожу. У Захарика живот прихватило. Так, чем ты его накормил? Ничем я его не кормил. Все, лекарство дал, спит. Ну, я так и знала. Я же говорила, тебе нельзя детей доверять. Так все, хватит, хватит. У тебя вон свой комплект детей есть. А, ты еще шутишь. Молодец. Между прочим, и твоему Захарику мама все еще я. Или там Инна уже его усыновила. Ну, Лен, а? Ну, хватит. Хватит мне сейчас вот это. Я весь день сегодня бегаю. Вокруг детей ношусь. Прекрасно. Зато теперь ты знаешь, как проходят мои дни. Весело, легко, расслабленно. Хорошо, что ты не знаешь, как проходят мои. Почему это я не знаю, как твои проходят? Знаю. Между прочим, я устроилась на работу. И за сегодня написала бизнес-план. Да? Ну и что? На работу с детьми ходишь, да? Нет. Я работаю удаленно. Ух ты! И кто же у нас этот прекрасный работодатель? Кто? Боже мой! Боже мой! Леночка! Леночка! А это не прекрасный ли наш Артём? Снова появился и спас нас. Я о нем в таком контексте не думала. Боже мой! А что, другой работы не могла найти? Вася, какую другую работу? Ты прекрасно знаешь, какой у меня был перерыв. Ну, раньше тебя это не волновало. Так раньше ты был рядом. А теперь мне приходится зарабатывать. А, то есть тебе захотелось независимости, да? Да, захотелось. Вася... Вася, все изменилось. А вдруг это навсегда? Что значит навсегда? Мы не знаем, что случилось, и не знаем, как вернуть все на свои места. А вдруг мы не узнаем никогда? И что теперь делать? Наверное, надо учиться жить друг без друга. Я больше не вижу вариантов. Нет. Нет. Соня, вставай! Тебя ждет самый-самый вкусный завтрак. Подан. Давайте, налетайте.
Очень вкусно. Почти как у мамы. Да? Ну ничего, я еще немного потренируюсь, и будет вкуснее, чем у мамы. Не, не получится. Без мамы никак. Да? Что же это ты, дочь? Совсем меня не веришь? Верю. Только нужно же сравнить. А я мамину кашу совсем забыла. Только помню, что она вкусная, прискусная. Так, сейчас злой хрюстик нападет на свою фуфычу, и никакого завтрака не будет. Ни вкусного, ни невкусного. Ну вот, только ты и я. Нормальная мужская компания. Да? Давай. Так. Так. Вот это ты молодец. Давай еще. Иду на посадку, иду на посадку. Куда летит мой самолетик? Командировку к папе. А давай ты изменишь маршрут. Возьмешь меня, Захарика, и мы полетим к океану. А, не знаю, а что такое океан? Ну, это почти то же самое, что и море, только в 1000 раз больше. И там можно строить песчаные замки на берегу целый день. Большие, с настоящим рвом. Ну, это как тебе захочется. А еще там тепло, много сочных фруктов. Будем купаться каждый день. А если повезет, то дельфинов увидим. Мама, а когда мы полетим на океан? А вот сейчас мы это и узнаем. Если с ними, то я никуда не поеду. Да ладно, Соня, даже ради дельфинов? Даже ради дельфинов. Вот, значит, откуда ноги растут. Вот кто тебя научил жить самостоятельной жизнью. Ну, Олег Пономарев, я тебя сам так отпсиханализирую. Мама родная не узнает. Как хорошо, что вы смогли приехать. Да. Не люблю такие вопросы решать по телефону. Дай-ка угадаю. Наверное, что-то по работе. Да. Денис, иди с Соней пока. Погуляй, ладно? Угу. Только будь поаккуратнее с этой девочкой. Ну, Артём, ну я понимаю, что ваши отношения с Соней не сложились, но она нормальный ребенок. Сонь, идите поиграйте, а? Давай. Давай, давай. Ну, говори. Прочитал бизнес-план? Да, прочитал, Лен. Если честно, это все несерьезно. Ну, ты допустила невероятные ошибки. Ты не учла рост цен. Ты... вообще забыла посчитать расходы на коммунальные услуги. Правда, я посчитала. Ну, какие ты посчитала расходы? Какие? Жилых помещений? Ну, да, я взяла нашу квитанцию на квартплату. Лен, ну а надо же, организация, а там тарифы на порядок выше. Хорошо, давай я пересчитаю. Да, пересчитай, пожалуйста. И учти, что рост продаж ведет к увеличению числа наемных работников. А это значит что? Увеличение фонда оплаты труда и отчисление фонда. Отлично. Я уж думал, все безнадежно. А Денис где? Он здесь. Мы играли в супергероев. Ну? Ну и что ты за супергерой? Я человек-крот. Живу в земле. Я вылезаю, когда кому-то нужна помощь. Ну вылезай давай. Поможешь мне, маме своей объяснить, где ты так испачкался за 10 минут, пока нас не было. Жалко, никого спасти не успели. Ну ничего, в другой раз. Артём, я все пересчитаю, как ты сказал. Договорились. Пойдем. Сонь, пойдем. Ну, все. Кажется, мы на месте. Папа, а куда мы идем? Мы идем наказывать зло и восстанавливать справедливость. Вперед. Вы Олег Пономарев? А вы как думаете? Значит, вы. Ну, что касаемо Олега, вероятно, да. Понятно. Дочь, садись. Давай, проходи. Марина, наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Я жду вас через неделю в то же самое время.
До свидания. Да, счастливо. Бегите, девушка, отсюда, бегите. И лучше не возвращайтесь. Бегите. Доча, а ты иди за тетей, хорошо? Подожди меня в коридоре. А папе с дядей поговорить надо. А наш папа боксер, вот. Хм. Ну, в легком весе. Хм. Да самолет проще построить. Я такая тупая. Мама, я за Хариком уже во все игрушки переиграла. Долго мне тебя еще спасать? Нет, малышка, недолго. Ничего не получается у твоей мамы. Что не получается? Работа не получается. А можешь спросить у того, кто знает, как делать, чтобы получилось. Девочка моя любимая сейчас. Алло, здравствуйте. Хотела бы записаться на прием сегодня к Олегу Николаевичу. Есть окно через полчаса? Хорошо, спасибо. Да, мы подъедем. Не опоздаем. Хорошо. Тогда собирайся, пойдем вместе спрашивать. Угу. Мама, я быстро, вот увидишь, у нас все получится. Ну что, Олег Пономарев, приятно познакомиться. Рассказывайте мне, как вы жене моей голову запудрили? М? Как ее настроили жить самостоятельно? Рассказывайте. Ну, во-первых, все, о чем я говорю со своими клиентами и все, что обсуждается в этом кабинете, врачебная тайна. А, ну это конечно, конечно. Ну. И обсуждать это с посторонними людьми я не намерен. Это кто это посторонний здесь, а? Я муж ее. К вашему сведению, пациентки Лаптевой Елены у меня нет. А, конечно, нет. А может быть, мы с вами поговорим о ваших отношениях с женой? Вы так бодро ко мне ворвались. Понятно. Это так у вас принято, да? Угу. Да-да, хорошо. Ну? Ну, как вы знаете, мы сейчас отдалились друг от друга, разъехались на время. Ну, в общем, поговорить не удается. Если начинаем говорить, сразу ругаемся. Угу. А, скажите, а есть повод для ссор? Да есть один. Артемом зовут. Незаменимый у нас работник. То стиральную машинку подключит, то еще какую работу предложит. Вы не предполагаете, что если женщина принимает знаки внимания и ухаживания от чужого мужчины, вероятно, она не получает это от своего мужа? Чего это она не получает, а? Все деньги дома я зарабатываю. Вот. С детьми вожусь. А вы даете повод для ревности? Ну, был один. Там соседка у меня внизу. Ну, в общем, ничего такого. Просто поужинал с ней. Поговорил там. Но жена в отъезде была, и я на ужине был с детьми. И вы считаете, что этого недостаточно? Ну, эта соседка хотя бы не морщится, когда я ей про детский сад рассказываю. В общем, я мечтаю открыть детский сад. Все, можете смеяться. Ну, почему сразу смеяться? Я вас прекрасно понимаю. У меня у самого трое детей. Да? Угу. Это замечательно. Ну, как-то мужчины о таком не мечтают. Угу. Ну, захарчучек. Насколько я понял, ваша супруга смеялась над вами, когда вы ей рассказали о своих планах. Ну, не смеялась, конечно, прямо. Ну, в общем, считала, что все это несерьезно. Что вы сами сделали для того, чтобы доказать ей, что это действительно серьезное дело? Да, доктор. Можете. Можете. Подумайте. Деньги оставите в кассе. Я подумаю, доктор, подумаю. Подумайте. Папа, о чем ты разговаривал с дядей? О маме, да? Да. О маме. Но в основном о себе.
Что это за дядя, который уходит поговорить о себе? Ух, это очень умный дядя. И очень дорогой. Подожди. Да, Женя. А я не могу, ты знаешь, я сегодня с детьми. Няньку им вызвал. Ну, хорошо. Мир сошел с ума. Ладно, дети, вперед работать. Поехали. Едем. А, Сон, кстати, там около кабинета огромный аквариум с рыбками. Дождешь меня там, ладно? Подожди, 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 я не понял. Она что, умерла? Нет? Ну тогда, значит, она в коме. Тоже нет? У нее сломаны руки и ноги. Нет? Тогда, значит, она здорова. Вот пусть поднимает свою. Пусть поднимается и срочно приезжает на съемку. Ух ты! Сестра, ты что здесь делаешь? Разрешение подписано до двух. Сказал, что я должна за разбитый свет. Так. А, да. Ну, добро пожаловать в рабство. Чем ты у нас тут будешь заниматься? Понятия не имею. О, привет! Привет, Жень. Я вижу, с нянькой ты уже познакомился. С кем? Ну да, с нянькой. Посидишь с его детьми, пока он работает. Ты женщина, все женщины это умеют. Я не умею. Женя, ты сестра моя вообще-то. Правда? Да. Ну тогда точно справишься. Давай, сдавай детей и пошли, ты мне нужен. Пап, а можно я этого дядю ударю? Можно, доча, но позже. Какая активная девочка. Да. Извини, но дяди, которого нужно бить, здесь нет. Все, Лаптев, идем, съемка горит. Ну, и кого мы сегодня снимаем? А это вот сейчас ты мне скажешь. В смысле? Модель у меня накрест, которую заказчик утвердил. Температура у нее 38. Жень, может мы домой пойдем, а? Еще чего? Найдешь не модель, ты фотограф, должен их всех знать. Да, сладенький. Жень! Здравствуйте. Солнце, не хорошо, я вам обязательно перезвоню. Присаживайтесь. Спасибо. Ну, о чем вы хотите поговорить сегодня? Все ужасно. Я не справляюсь одна. С чем вы не справляетесь? Совсем. Ну, давайте по порядку. Я вот смотрю, что с ребенком у вас все нормально. Я не справляюсь с работой. Я со знакомым договорилась насчет работы и не смогла ее выполнить. Я написала наихудший бизнес-план в мире. А до этого вы писали бизнес-планы? Нет, это в первый раз. То есть, получается, что вы решили, что с первого и единственного раза вы напишете идеальный бизнес-план и из-за этого расстроились? Ну, получается, что так, да. А вы хотите сказать, что это невозможно? Ну, конечно. Что же мне делать? Я обещала сегодня все исправить и… Смотрите, я вам предлагаю потренироваться. Например, напишите бизнес-план в той области, где вы более всего информированы. Точно, детский сад. Мой муж хочет открыть частный детский сад. Он мне все уши прожужжал этой бредовой идеей. Так что про детские сады я знаю почти все. А почему вы решили, что идея мужа бредовая? Да потому что ему никто не доверит своих детей. А если и доверит, то он через месяц вылетит в трубу. Ну, давайте будем откровенны. Вам он детей доверил. И почему вы вдруг решили сами для себя, что его идея станет убыточной? Чутье. Но если вы не верите моему чутью, я могу все посчитать, и цифры скажут за меня. Хорошо. Если выяснится, что идея мужа окажется не такой убыточной, как вы себе нафантазировали, вы найдете в себе силы признаться, что вы не правы. Ну, знаете что? Я скажу, если буду не права, но дело в том, что я всегда права. Ладно, хорошо. Ясно все. В общем, не может Смирнова. На Бали она. Слушай, а может Александру позвонить, а? Александровой можно позвонить, но будет дорого. Что они, все с ума, что ли, посходили? У меня съемка горит. Ну, давай тогда Стасю снимать, если все так плохо. Кто у нас тут? Кто у нас такой? Ладушки, ладушки! Нет. Стасю нет. Нам нужно свежее лицо, чтобы естественно и красиво. Ладно, есть у меня одна идея. Но модель не профессиональная. Да хоть какая, звони, Лаптев. У нас времени 3 часа осталось. Ладно. А-та-та, а-та-та-та-та-та. Ты мой малыш.
Алло, Инна. Мам, а что мы сегодня приготовим? Курицу с овощами быстро сделаем и будем работать. Работать? Я не хочу работать. Я буду работать, а ты мне поможешь. Папин детский садик будем рассчитывать. А как это считать? Ну, по-разному. Сколько, например, детишек нужно принять, добрый чтобы день. Нам хватило на пироги. Здравствуйте. С ягодами. Привет. Как ваши дела? Спасибо, у нас все хорошо. А давайте я вам помогу. Вам же тяжело. Нет, спасибо, я справлюсь. Сонь, пойдем. Подождите, я не понимаю, я вас чем-то обидела или что случилось? С чего вы взяли? Ну, потому что вы так со мной разговариваете. Сонечка, иди к подъезду. Mm-hmm. Да потому что я вообще не хочу с вами разговаривать. И прекратите лезть к моему мужу. Да вы с ума сошли. Я вашего мужа видела 2 раза в жизни. Она что, тоже размножилась? В любом случае, держитесь от него подальше. Да я теперь от всей вашей семьи буду держаться подальше. Прямо на меня. Ага. Леночка, вы прекрасны. Это ваш последний выход. Дайте огня. Просто супер. Богиня, где ты эту прелесть нашел? Соседка моя. Жень, сейчас кадр влезешь. Отойди, пожалуйста. Да заканчивай уже со своими кадрами. Хватит девушку мучить. Так, крайний кадр. Значит, смотришь в объектив и немножко на меня. Так, ну все, теперь все, закончили. Браво! Браво! Браво, Инночка! Браво. Вы прекрасны! Вы спасибо. Нас просто спасли! Это правда. Ты нас спасла. Спасибо. Наверное, хочешь переодеться? Ерунда! Да. Вам так идет это платье? Можете оставить его себе на память о наших съемках? О, нет, нет, не соглашайся, иначе он твой гонорар зажмет. Клевета! Я, правда, наверное, лучше пойду переоденусь. Да. Ну, пойдем, я тебя провожу. Угу. Лаптев, ты куда собрался? Ты женатый, еще и с детьми. Я, Женечка, между прочим, уже, может быть, и не такой женатый. Да какая разница, все равно, не по сеньке шапка. А вот это мы еще посмотрим. Посмотрим. Инна, подожди меня. Так, а теперь нарисуй кабинет медсестры. Вдруг кто-то из деток заболеет. Давай. А сколько у нас кроваток в спальне? 1, 2, 3, 8. Мало. Нарисую еще 12. Мама, они тут не поместятся. Сонь, помещение будет больше, поэтому все поместится. Вот так вот сделай. Рисуй. Ведь правда все может получиться. Так, надо еще раз пересчитать. Сонь, а ведь папа и правда может открыть свой детский сад. А я это тебе всегда говорила, а ты не слушал. Ну, знаешь, мы сейчас все пересчитали, и поэтому я просто убедилась. Мам, а мы папе это расскажем? Конечно, когда он вернется. Сонь, иди в свою комнату, сядь за стол, тебе удобнее будет. А я пока все запишу. Ладно. Давай. Кроватки и кабинет медсестры. Да. Давай. Вася, ну где ты? Мне для тебя такие новости. Инночка, вот ваш гонорар. Благодарю. Лаптев, мог бы отойти. Деликатный вопрос все-таки. А я деликатно подожду свой гонорар. Ха, а про разбитый свет забыл? Помню, Женечка, даже узнал, сколько он стоит. Давай. Давай, давай, давай. Ладно. Да.
Так. Давай. Держи, уж не свободен, Лаптев. Ну, Женя, Инна, предлагаю отметить твой первый рабочий день в качестве модели. Заодно и мое освобождение от рабства. Инночка, а не хотите пообедать со мной? Заодно расскажете мне, как такой красавице удалось скрыться от модельного бизнеса. Женя. Простите, пожалуйста, я просто очень устала, поеду домой. Так я могу подвезти, пожалуйста. Евгений Ильич, можно вас на минутку? Надо со светителями рассчитаться. Вот. Пардон. Иди, Женечка, иди. Одну минуточку. Избавимся от этого душного человека и пойдем вдвоем праздновать. Да, игрушка. Согласен. Сейчас детей только соберу. Да. Да? Ну что? Я смотрю, кот из дома, мыши в пляс. Ты это о чем? О модели твоей. Видела я вашу битву самцов. Ленка только уехала, ты сразу лыжи навострил. Отлично. Так, Сонь, давай-ка поиграй еще немножко, а ты иди сюда. Значит, объясняю для непонятливых. Лена от нас ушла, поэтому ее нет. Но я живу как могу. Ясно? И ты ее так просто отпустил? Я думала, ты ее любишь. А что ты предлагаешь мне? Я предлагаю бороться за свою любовь. Вот видишь, Захарик, вот так мужчины обычно и поступают. Да? Алло, Артем. Привет. Да, это я. Я все исправила, как ты просил. Привет. Хорошо, я проверю почту. Да, проверь. Артем, слушай, у меня к тебе одна просьба. Я тут для практики написала еще один бизнес-план. Ты бы не мог его посмотреть? Появились перспективные идеи? Ну, не то чтобы. Ну, просто интересно, что ты скажешь. Хорошо, обязательно все проверю. Давай встретимся часа через 3 в кафе. Там все обсудим. Хорошо, давай. Давай. Пока. Давай, до встречи. Так, ты мой маленький, ты мой хороший. Сонечка, давай я тебе. Я сама. Все, кушать. Лучше папе помоги. Так, а папа вот тоже не маленький, тоже справится. Так. Иногда взрослым тоже нужна помощь. Давай, но я. Не-не-не-не. Так. Вот эту давай, ну, я. Ну нет, это дело чести. Давай. Нет, давай я. Отстань от него. Папа, пошли, я есть хочу. Пока ты тут стоишь, мне все пирожки кончатся. Да? И Захарика кормить. Пора кормить. Давай все-таки я понесу. Как скажешь. Папа, а когда мама от бабушки вернется? Ох, не знаю, малыш. Наверное, не скоро. Ну, пойдем. Ты же кушать хотела. Пойдем, что мой хороший. А тут есть детское меню. Да. Хочешь куриные котлетки с картофельным пюре? Хочешь? Папа, я хочу суп. Мама говорит, что суп обязательно надо есть, а ты суп не варишь. Сонь, ну а когда же мне его варить, а? Я все время на работе. А хочешь, я тебе суп сварю? Ты какой любишь? Мамин. Так, все понятно. А, мы готовы. Здравствуйте. Я буду стейк из семги и греческий салат. Значит, я буду без строганов, греческий салат. Девушка, надо будет суп лапша, морс, шоколадный торт. Ну, а юношу мы сами обслужим. Да, еще. Бутылку красного сухого вина. Папа, маме не понравится, что ты пьешь вино. Но мама-то с нами сейчас нет. Да поэтому ты себя плохо ведешь. Потому что мамы нет, а вместо нее она. Так, Соня, ты сейчас очень невежливо себя ведешь. Пожалуйста, извинись перед Инной или будешь наказана. Мам, мы что, с ним будем праздновать? Да. Сонь, я тебя прошу, веди себя, пожалуйста, хорошо. Потому что мне с Артемом нужно работать. Мам, давай я буду с тобой работать, а этого Артема мы прогоним. Так, Сонь, никого мы прогонять не будем. Все, не спорь. Привет. Привет. Вот, я подумал, что стульчик пригодится. Очень предусмотрительно, спасибо. Садимся.
Сумку? Спасибо. А от вас, девушка, мне лучше отсесть, да? А то подсыпите мне в чай соль или что-то в этом роде. Больно надо, сам себе соль сыпь. Сонь, пожалуйста. Артём, не подначивай. Прости, я шучу, больше не буду. Шампанское, цветы. Какой-то повод. Ну, в честь твоих выдающихся успехов. Я у тебя заказал один бизнес-план, ты сделала два. И оба очень хорошие. А ты посмотрел бизнес-план детского сада? Да. Мне очень понравилось. Я думаю, если прямо сейчас приступить, то через 3 месяца уже можно открыться. У нас будет свой частный детский сад. Обалдеть. Мама, зачем ты ему все рассказала? Это же была папина идея. Это так нечестно. Сонечка, ну так нужно было. Для детского сада нужны деньги, понимаешь? Но ты обещала все рассказать папе, а рассказала ему. Сонь, твой папа даже слушать меня не захотел. Меня захочет, и я ему все расскажу. Успокойся, пожалуйста. Дома поговорим, ладно? Я теперь с тобой даже разговаривать не хочу. Спасибо. Я хочу выпить за тебя. Ты просто мой ангел-спаситель. Некоторые заблудшие души спасать – одно удовольствие. Так. Пожалуйста, ваш торт. А нет, у нас концепция поменялась. Папа, это мой торт! Ты у нас наказана, а наказанные девушки торты не едят. Да? Ты же не против сладкого после 6 вечера? Я не против сладкого даже после 7 вечера. Я более того скажу, я не против сладкого даже ночью. Ну и ешь, будешь толстый и красивый. Так, Соня, еще один раз так скажешь, и я не буду разговаривать с тобой целую неделю. Ну и пусть, все равно ты сейчас злой, а с мамой был добрый. Прости, не знаю, что с ней происходит. По-моему, она меня к тебе ревнует. Да нет, это глупости. У нее нет для этого повода. А мне кажется, повод очень даже есть. Большая редкость встретить одновременно и умную, и красивую женщину. Я уже думал, таких не существует. Ты мне льстишь. Когда двое маленьких детей, на красоту времени почти не остается. Тем более удивительно, что ты так чудесно выглядишь. Спасибо. Какая красивая мелодия. Пойдем потанцуем. Здесь сейчас? Здесь сейчас. Да я 100 лет не танцевала. А сделайте, пожалуйста, музыку погромче. Пойдем, я тоже 1000 лет не танцевала. Сонь, посиди за Хариком. Красивая музыка. Спасибо. Спасибо, здорово. Мне тоже очень понравилось. Может быть, при случае повторим? А где Соня? Соня! Соня! Может, она в туалет пошла? Проверишь? Может. Да, сейчас. Я с Захариком побуду. Соня! Соня! Что? Нету ее там. Может, домой тогда она пошла? Да нет, у нее ключей нет. Нужно посмотреть там, туда, пойти и посмотреть. Вдруг она там, а я поищу где-нибудь здесь. Сонь! Ладно, хорошо. Иди сюда, мы хорошие. Соня! Соня!
Пап, ну пойдем уже скорее. Ну, кажется, ты была права. Еще бы. Женщины вообще очень ревнивые, а такие маленькие особенно. Пап, ну пойдем уже, Захарик спать хочет. Да, пойду укладывать своего домашнего тирана. Давай, удачи. Пока. Пока. Соня, ты дома? Соня! Сонечка. Да нет, конечно. Немедленно. Аппарат абонента выключен или находится? Ёлки-палки. Вашего мужа у меня нет, и закончим на этом. Инна, помогите мне, пожалуйста, мне не к кому больше обратиться, иначе я бы к вам не пришла. Что случилось? У меня потерялась дочь в парке, мне нужно ее найти, а сына оставить не с кем. Он в чистом памперсе, я его покормила, он сейчас должен просто уснуть. Я поняла. Чуть-чуть. Спасибо вам большое, возьмите вот бутылочка и погремушка. Угу. Спасибо. Угу. Моя любимая сердитая фуфочка. М? А что принес папа? М? Самый вкусный, самый сочный, привкусный, привкусный тортик. Фуфочка. Фуфочка. Ну, фуфа. Если ты этот тортик сейчас не съешь, то он на тебя обидится. Или сейчас его папа съест. А еще можешь его этой Инне отдать. Я твой торт есть не буду. Соня, ну чем тебе не нравится, так это Инна? М? Грубишь ей. Она же ничего плохого тебе не сделала. Сделала. Она знает, что у нас есть мама. И все равно на тебя смотрела. Как она на меня смотрела? Так. Да не выдумывайте. Знаешь, как я по маме скучаю? Тогда верни маму от бабушки. А не носи мне торты, не ходи к этой Инне. Лен! Лена! Лена! Ну, где ж ты ходишь, а? Мне плохо. Я скучаю. Соня совсем от рук отбилась. Лена! Хотел предложить тебе сладкого на ночь, но торт съел сам. Я хотела уйти, а потом потерялась.
А потом стало темно. Соня, никогда больше так не делай. Никогда от меня никуда не уходи. Поняла? И ты от меня не уходи. Я думала, ты никогда не решишься. Да. А я вообще об этом не думал. Совсем? Угу. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кто там? Артём. Артём. Вот. Они так и остались там стоять на столике в кафе. Красивые цветы. Спасибо тебе большое за них и за помощь. Да, чего там, просто по улице побегал и все. Да я вообще так испугалась, что даже в полицию не додумалась позвонить. Ну, понятно. Хорошо, что все хорошо закончилось. Меня колотит до сих пор. Надо просто выпить чуть-чуть. Есть что-нибудь спиртное? Ну, проходи. Что-то должно быть. Только тихо. Дети спят. Лена. По-моему, есть только ликер. Подойдет? После сегодняшней кутерьмы подойдет все, что с градусом. Даже кефир. Я могу и кефир налить. Видишь, ты шутишь. Значит, жизнь налаживается. Ну да. Проходи, чего стоишь? Я предлагаю выпить. За то, чтобы не было никаких побегов лет так, ну, до 18. Лучше до 21, а еще лучше до 25. О, сурово. Ладно. За твое спокойствие. Спасибо. Знаешь, мне почему-то очень хочется, чтобы у тебя все было очень хорошо, спокойно, всегда. Ну, если бы это было так просто. Какое тут спокойствие? Муж непонятно где, дочь сама видит, что делает. Это можно исправить. Дочь воспитаем, а мужа… Найдем. Зачем искать? Заменим? Артём, зачем тебе это? Женщина с двумя детьми, одни проблемы. Что значит зачем? Нужна и все. Артём, остановись. Остановись, пожалуйста. Стой. Что такое? Я что-то не так сделал? Нет, прости, это я просто… Я так не могу. А, тебе нужно время, да? Ну да. Понятно. Наверное. Я не знаю. Ладно. Я все понял. Ладно. Я пойду. Извини, если вдруг передумаешь, позвони. Спасибо тебе большое. На пляж. Бездельничать весь день, купаться. Не знаю. Мне еще снимки обработать надо. Ну, перестань, потом обработаешь. Мы будем есть шашлыки, целоваться на шезлонгах. А вокруг будут бегать дети. Дети. Слушай, а давай их дома оставим, а? Твоя же сестра может с ними посидеть? Может.
но она тоже любит шезлонги и целоваться. Прости меня, Инна. Не романтическая я натура. У меня работа, дети и жена. Полчаса назад ты про свою жену не вспоминал. 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 Только не вслух. Ну ты скотина. Прости меня, Инна. Я не должен был. Не должен был, но не удержался. Прощения у жены своей просить будешь, понятно? Когда я ей все расскажу. Только сюда прибегать не надо будет, когда она тебя выгонит. Провожать не надо, я сам закрою. Жену!
Вася! Вась, ты тут? Тут, Лена. Где мне еще быть? Здесь. Со мной. Ты знаешь, я только за. Но я почему-то здесь, у себя. Или сам уже не знаю где. Вась, почему не сработало? Что мы сделали не так? Может, ты меня больше не любишь? Так, ты, вот ты об этом вообще не говори больше. Никогда мне не говори. Я ничего не понимаю. Вася, почему мы не вместе? Потому что мы поссорились. Но мы же потом помирились. Попросили друг у друга прощения. Помирились. Может, мы что-то не то сказали друг другу или не сказали, или через 2 часа. Мама! Лен! А почему ты разговариваешь с телевизором? Сонь, да ты что? Я с телевизором, тебе показалось. Да нет, я же слышала. Нет, я его просто пытаюсь починить, а может, чего-то сказала, не знаю. Пап, а мы пойдем на качели? Пойдем. А ты будешь меня качать? Буду. Высоко-высоко? Высоко-высоко. Пап, что с тобой? Ты же мне не разрешаешь высоко качаться. А, ничего, доча, задумался. Всем привет. Дай 5. Молодец. О, привет. Что ты тут делаешь? Привет. Я соскучилась. Деньги нужны. Скорее наоборот. Так, сейчас. Держи. Это что еще такое? Заработала. Нашла контакт с вашим Евгением Ильичом. Бери-бери, не хлопай ушами. А кто последний добежит до карусели, тот сосиска. Догоню. О, Стася, ты включила телефон? Я счастлива. Да, привет. Я вчера телефон дома забыла, как назло. Ну, предположим, я тебе поверю. Что мне за это будет? А почему тебе за это должно что-то быть? Потому что мне нужно, чтобы ты с детьми посидела. Опять? Не опять, а снова. У родственников принято друг другу помогать. Ты в курсе? Слушай, Соня меня затаскала уже. Стась, пожалуйста. Мне очень срочно нужно уйти, ну правда. Хорошо, только 2 часа. Потом я встаю и ухожу. Спасибо, родная. Я тебя жду. Давай. Все, сегодня будешь бегать с тетей Стасей. Ура! Ура! Диди! Только не говори, что ты передумала. Я не передумал, а ты? Давай, качайся. Скачай меня. Сама давай. Вася, помоги. Давай. Давай, давай. Осторожно, Соня. Привет. И тебе не хворать. Где жена? Вернулась? Хочу к нему чаек зайти. Соня, я говорю спокойно. И зачем тебе все это? Зачем ты хочешь рассказать все моей жене? Потому что подлость должна быть наказана. Так, молодец. Ну и как же ты ее накажешь? Заставишь страдать мою жену? Представь себе и тебя тоже. Не хочу, знаешь ли, страдать в одиночестве. Ты же не такая, Вин. Ты же добрая. А добрыми у нас очень легко и приятно пользоваться. И ты это сделал. Молодец. Привет. Как дела? Редко и без удовольствия. До свидания. Лене привет. Стась, пойдем качаться. Сонечка, у меня есть альтернативное предложение. Какое? Давай строить замок. Кто построит выше, получит мороженое. Шоколадное? Да какой захочешь, беги. Тогда я тебе точно победил. Ну ты чё? Я пропустила что-то интересное? Давай рассказывай. Ну? Прости меня, пожалуйста, это была ошибка с моей стороны. Я люблю мужа. И я понимаю, что нам теперь будет сложно вместе работать. Да, как-то неловко будет. Я завтра заеду вечером за документами. Хорошо. Хорошо, что Лена сейчас в отъезде. В прошлый раз ты говорил, что она тебя бросила. Не бросила. Уехала. Так, на время. Мой правильный братик пошел в разнос. Ты путаешься во вранье. Это плохой знак. Я советую тебе все рассказать первым.
Тогда Лена меня точно бросит. Может, и не бросит? Она тебя все-таки любит, не забывай об этом. И потом, если ты рассказываешь первым, есть возможность что-то приукрасить. Смягчить удар, так сказать. Смягчишь что-то. Нет, нет, нет. Ничего я рассказывать не буду. Оставлю все как есть. Ты оставишь, а Инна твоя – нет. Хотя, лучше лекарство от одного мужчины – другой мужчина. Но просто если бы Инна смогла отвлечься, она, может быть, и не стала бы Ленке правду матку рубить. Понимаешь? Ну, на это я могу только молиться. Как вариант. Ладно. Мне позвонить надо. Давай, посиди с детьми. Покайся, Василий. Покайся. Так, там вода, еда, зеленка, игрушки, книжки и солдатик. С ружьем, правильно? Прекрасно. Значит, справишься. Идите в парк, там прохладно. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пока. Пока. Вы, пока. Давай. Дверь открывай. Признаться про Артема или нет? Нет. Нет, он не поймет. Привет. Привет. Вась, я тут подумала, что нам нужно все рассказать друг другу. Ну, все, что происходило за последние дни. Может, тогда сработает? Не знаю. Я не уверен. Мы вообще не знаем, как это работает. Ну, давай хотя бы попробуем. Давай я начну. Давай. У меня вчера Соня пропала. Как пропала? Ну, мы были в кафе, и пока я была в туалете, она куда-то вышла и заблудилась. Но я ее быстро нашла. Полицию вызывать не пришлось. Зачем она вообще куда-то пошла? Тише, тише, я не знаю. И я еще написала бизнес-план для твоего детского сада. Вася, это может получиться. Серьезно? Серьезно. Нужно взять большое помещение, 4 воспитателя, уборщицу, повара. И мебель можно взять БУ. Если набрать группу в 20 человек, то через 4 месяца мы можем работать в прибыли. Я, кстати, могу помогать. Любимый, прости меня, пожалуйста. Прости. Я была не права, а ты прав. Я должна была тебя... Я тебе изменил. Что ты сделал? Я тебе изменил. Один раз. С кем? С этой? Да. С Инной. Вчера я выпил, и как-то само оно получилось. Само получилось? Это как? Это ты шел из кухни в детскую, и она у тебя что, случайно в постели оказалась? Нет, Лена. Я тебе говорю, это была ошибка, я... А я-то думала, что ты меня любишь, что ты скучаешь по мне, что ты хочешь вернуться, а ты в это время с соседкой спишь, да? Нет, Лен, я люблю тебя только, я тебе клянусь, я тебя люблю, только я даже ей вчера об этом сказал. Мне плевать, что ты ей сказал, важнее, что ты сделал. Я не хочу тебя больше видеть, понял? Построила. Очень красивый, дочь. Пап, тебе мама звонила, да? Она не приедет. Приедет, доча. Но не скоро. Мама еще задержится у бабушки. Признался, ей не помогло? Я все испортил, да? Похоже, что да. Девушка, он занят. Мне все равно, что он занят. Мне срочно. Я же говорю, он занят. Здравствуйте, доктор. Мне изменил мой муж. С соседкой. С которой вы мне предлагали общаться. А они за моей спиной
Он сделал это специально, потому что он знал, что я ревную. Откуда вы это узнали? Он сам мне признался. И что он вам еще сказал? Он просил прощения, говорил, что ошибся. Я не прощу его никогда. А, насколько я понимаю, ваш муж признался вам в измене, сказал, что ошибся, и принял решение, что останется с вами, а не с соседкой, так? Ну, наверное. Я его назад не приму. Хорошо. Попробуем по-другому. Ваш муж поддался соблазну и понял, что ему в жизни нужна вы, а не другая женщина. Чем вас не устраивает такой вариант? Потому что это измена. Хорошо. Попробуем по-другому. В прошлый раз, помнится мне, вы говорили, что боитесь потерять Артема. А, позвольте узнать, как развиваются ваши отношения? Никак они закончены. Я сказала Артему, что люблю мужа, и мне не пришлось для этого с ним спать. Угу. А что вам понадобилось? Он пригласил меня на свидание, мы целовались, и я сказала, что я не могу. То есть ваши намерения были такими же, как и у вашего мужа, с той лишь разницей, что вам потребовалось меньше времени, чтобы сделать выбор. Но я же сделала выбор. Так и ваш муж сделал выбор. Поймите, вы оба выбрали друг друга. А мне вчера мама в парке нашла. Вы что, в прятки играли? Не совсем. Я из кафе сбежала. Ну, а почему сбежала? Невкусно, небось, да, было? Нет. Мама с этим противным Артемом танцевала, а он ей еще и улыбался. Еще цветы притащил. Понятно. А когда мама тебя нашла, что потом было? Ничего. Отвела домой и уложила спать. Ой, так... Тетя Стася, а мы в парк пойдем? Да, конечно, пойдем. Сейчас только подожди. Сейчас маме позвоним. Позвоним мамочке, да? Алло, Лен? Да. Слушай, надо встретиться, у тебя время иссякает. Угу. Будем ждать тебя около карусели, да? Это что за полуденный разврат? Я брату алкоголика не заказывала. Вставай. Лена нас бросила. Лена тебя уже бросала. А в этот раз навсегда. Хватит ныть. Куда она от детей уйдет? Не понимаешь. Я не понимаю. Я не понимаю, что с тобой происходит. Почему вместо того, чтобы сидеть и думать, как вернуть жену, ты сидишь и бухаешь? Ой, что за слова? Ты на себя посмотри. Лучше не подберешь. Так давай вставай, иди в душ. И воду холодную включи. Давай, протрезвеешь, будем думать, как Ленку вернуть. Иди. Так. Так. Все. Все. Встаю. Да. И не вздумай хитрить. Я приду и проверю. Стася, Соня где? Спокойно, я сдала ее на карусельку. Ты чего? Привет, мой хороший, привет. Лурка, у тебя кушай. А ты что так переполошилась-то, а? В смысле? Испугалась, что Сонька опять пропадет? А ты откуда знаешь? Соня рассказала. А ты давай теперь рассказывай, что у вас там с Васькой происходит. Да ничего, в командировке он. Даже Соня врет лучше. Стась, я, кажется, тебя просила не лезть в наши дела. Так я же и не лезла. А теперь я вижу, чем это все закончилось. Ты с другими мужиками по свиданкам бегаешь. Знаешь что? Что? Твой брат тоже отличился. С соседкой. Ты же говорила, что он в командировке. До командировки. Стась, мне рассказывать нечего. Я этому парню, его Артем зовут, сказала, что ничего быть не может.
А соседка-то что? А что соседка? Молодая, красивая, одинокая. Инна. Да стерва, короче. И все же хорошо складывается. Что хорошо складывается? Ай. Слушай, у тебя есть ненужный мужчина. Артем. Ну. И ненужная женщина. Инна. Ты улавливаешь мысль вообще? Стася. Что? Посиди, пожалуйста, часик еще с детьми. Не-не-не-не-не. Я тебя прошу. Слушай, Стася, мне очень нужно. Мы договаривались на 2 часа. Стась, пожалуйста. Спасибо. Куда она побежала? Твоя мамаша просто диктатор. Я не знаю, как ты с ней живешь. Девочки мои, а не хотите ли вы есть, а? Я готовить не буду. Так и не надо. Вот, возьмите денежки, сходите в кафе. Папа, мне там надоело. А тетя Стася отведет тебя в другое кафе, где тебе еще не надоело. Давайте. Да, Сонечка, пойдем, я научу тебя плохому. О-о-о. А чему ты ее научишь? Научу, как транжирить папины денежки. Давай. А еще, Сонечка, мы сходим с тобой в магазин. И купим мне настоящую тележку, как у матроса. Да, и настоящую саблю для Захарика. Вау. Так, все, хватит. Идите. Пойдем. Папе работать надо. Собирайся. Пойдем. Давай, 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 давай. Пойдем. Так, одевайся. Одевай ботинки. Лена, я знаю, что ты не хочешь меня видеть и не хочешь меня слышать, но я прошу тебя, я тебя очень люблю. Я не знаю, что мне сделать, чтобы… Вась, я тоже должна тебе признаться, я целовалась с Артемом. Что? Да как ты могла? Ну, по части могла, ты меня как-то обошел, знаешь? Лен, ну ты же мать, у тебя дети. Во-первых, кроме поцелуя ничего не было. Во-вторых… Я сказала Артему, что я люблю тебя. А в-третьих, ты, кажется, хотел что-то сделать, чтобы я тебя простила. Да, хочу. Очень хочу. Но я не знаю, что мне сделать. Слушай, может быть, нам нужно просто исправить эту ошибку? Ну, я про Инну и про Артема. И как же нам это исправить? Давай их познакомим. Лен, ты серьезно? Да, серьезно. Ну, мы вроде как им больно сделали. Может быть, мы их познакомим, а они друг другу понравятся. Давай попробуем. Ну и как ты себе это представляешь? Запрем их у нас на кухне. Скажем, давайте, влюбляйтесь друг в друга. Ну, если рассказывать примитивно, то да. Не. Инна меня вообще не хочет видеть. Правильно делает. Так. Нужно подготовить почву. У тебя телефон Артема есть? Не удалось обзавестись. Записывай. С детьми сидеть не буду. Я не по этому поводу. И мужа вашего у меня тоже нет. Я знаю. Скажите, Инна, а чай у вас есть? Чай? Угу. Вам что, одолжить? Что, у нас в магазинах весь чай закончился? Нет, одалживать не надо, но если вы угостите… Инна, подождите, я хотела извиниться за все нападки, за все. Проходите. Спасибо. Привет, как у тебя с личной жизнью? Хочешь, с хорошей девушкой познакомлю? Привет, мне очень жаль, что у тебя с моей женой ничего не вышло. Алло. Алло, Артем. Да, а вы кто? Здравствуйте.
Это Вася, муж Лены. Помните, вы нам стиральную машинку устанавливали? Да, помню. А что с ней случилось? Нет, да. Да, вы знаете, что-то барахлит немного. Да, ну, давайте я освобожусь, подъеду к вам, посмотрю. Да нет, что вы. Мне бы небольшую консультацию. В кафе рядом с нами, через полчаса. Вас устроит? Да, да, давайте. Очень хорошо. Я буду ждать. Ну, как-то так. У вас очень уютно. И чисто. С детьми, конечно, такой чистоты не добьешься. Особенно с маленькими. Вам виднее. У меня детей нет. Очень жаль. Вы такая красивая женщина, у вас бы были очень красивые дети. Поживем, увидим. Артем! Привет. Здрасте. Прошу. Ага. Так, что случилось с машинкой? Да. Барабан что-то гремел. В общем, оказалось, дочка игрушку с бельем засунула. Все в порядке. Почему-то меня это не удивляет. Ну да. Ну что ж, если я ничем вам не могу помочь... Можете. Помочь вы мне можете. Инна, а вы не хотели бы иметь семью? Мужа, детей? Поверьте, в браке есть свои преимущества. Слушайте, к чему все эти расспросы? Вы пришли мне похвастаться, как у вас все хорошо? Нет, что вы, простите, если это так выглядит. Просто интересно, как другие люди живут. Я же дома сижу, ничего не вижу. По-разному живут. Это все? Или у вас будут еще какие-то вопросы? Может быть, сразу пойдете? Хотите с хорошей девушкой познакомиться? Хороший поворот. Девушка тоже хорошая, честное слово. Бедных родственниц пристраиваете? А она не бедная и не родственница. Можно, кстати, на «ты»? Давай. Ну и кто эта хорошая девушка? Соседка. Инна, скажите, у вас есть молодой человек? Нет. У меня нет молодого человека. Да, у вас дом полная чаша, а у меня ничего нет. Довольны? А вы бы хотели познакомиться? У меня есть один кандидат на примете. Вы бы так сразу и сказали, а то развели тут соцопрос. А что за кандидат? Что за соседка-то такая? Вот такая соседка. Вот такая. Будем мы с тобой спать? Ну-ка, быстро на кровать. О, малыш, твоя мать ехидна вернулась. Спасибо, что не к утру. Ой, ну как вы тут? Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Я требую оплачиваемый отпуск. Потому что твои дети – та еще нагрузка. Ну, знаешь, умеренные нагрузки очень полезны. Для организма, да. Умеренная? А ты что такая веселая? Вася возвращается? Нет пока, но соседку я, кажется, пристроила. Да ты героиня. Че, Артем в курсе? Нет, но скоро будет. Понятно. Ладно, не буду мешать вашей приватности. Стася. Обычно я этого не говорю, но веди себя прилично. Все сказала. Подожди. Я сейчас полицию вызову. Не надо полиции. Полиции не надо. Мне нужно с тобой поговорить. Отговорила роща золотая. Я тебя прошу, дай мне 5 минут. 5 минут. Мне дай 3 минуты. 3 минуты дай. Хорошо, у тебя есть 2 минуты. Время пошло. Хорошо. Я скотина, я поступил подло. Банальности можешь опустить. Да. В общем, я все рассказал жене. Мы чуть не развелись. Тебе повезло. Я бы тебя выгнала. В общем, да. Я хочу все исправить. Как? Совершить суицид? Нет. В общем, так. Хочешь, я тебя с хорошим человеком познакомлю, а? Он очень хороший. Знаешь, порядочный, налицо весь такой приличный. Главное, холостой. Еще с намерениями весь такой. Я узнал, детей любит. Ты это сейчас серьезно говоришь? Ну да. Об
Обалдеть. То есть ты мной попользовался, теперь хочешь под дружков своих меня подкладывать, да? Инна, ты чего? Ну, он же приличный. Чего? Ничего. Чтоб ноги твоей больше здесь не было, понял ты? И дружков своих при себе держи. До свидания. А, вот баланс. Так. Ага. Устав. И бизнес-план. Я распечатала. Отлично. Вот гонорар. Спасибо. Не за что. Ты сделала работу, а я ее оплатил. Ну, все? Артём, нет, не все. Я хотела с тобой поговорить. Мне кажется, мы исчерпали все темы для разговора. Нет, подожди. Я знаю, что я тебя обидела. Ну, продинамила. Ну, называй это как хочешь. В общем, мне бы хотелось это как-то исправить. Ну, у меня есть пара идей на этот счет. Нет, подожди. Я не в этом смысле. Я хочу тебя познакомить с одной девушкой. Она ни с кем не встречается, не замужем. Может, вы поладите? Твоя подруга? Ну, да. Нет, спасибо. Не надо мне пристраивать своих страшненьких подруг. Такое одолжение мне не нужно. Всех благ. Артём, подожди. Она красивая. Девчонки, а я своих в парк отправила. Ну, правда, они тоже потом в кафе зашли. Инна отказалась. Как, совсем? Наотрез. А Артём? Он за. А у меня все наоборот. Инна 2 часа платье выбирала, а Артём чуть не послал. Какой кошмар. Так, прекрати. Что делать-то будем? Берем ситуацию в свои руки. Назначаем им свидание вслепую. Как? Артём даже и разговаривать не хочет. Ну, как-то у тебя получалось. Ладно. Звонишь ему. Говори, что у тебя есть гениальная идея насчет этого вашего, как его там, бизнес-плана. Ну. Назначаешь встречу в кафе. Вместо себя посылаешь ему Инну. Ее только предупредить надо. Ну, с этим я справлюсь. Да. Жалко, что у меня с Инной не так все легко. Да ладно, ерунда. Пусть Стася позвонит Инне от лица твоего босса. От Женьки, что ли? Я не знаю, как его там зовут. От Женьки. Ты знаешь, это хорошая идея. Может сработать. Позвонит и назначит встречу в кафе. И ты отправишь туда, Артём. Элементарно. О, какая ты у меня умная. И хитрая. Вся в тебе. Ленка. Ленка. Я так тебя люблю. А я тебя тоже люблю. Помни об этом. Даже если ничего не получится. Все получится. В общем, поверь, ты тут ни при чем, но придется немножко схитрить. Как-то все это странно начинается. Ничего, цыплят по осени считают. Алло, Артём, привет. Слушай, прости, что я тебя беспокою снова. У меня просто возникла одна идея. Как снизить коммунальные платежи в 3 раза. Ну, на твоем, конечно, складе. Нет, я сейчас не могу, прости, меня дети зовут. Давай мы с тобой встретимся в кафе. Часа в 3. В 3. Отлично, договорились. Давай. Хорошая новость, он придет. Но он же к тебе придет, а не ко мне. Ну что я ему скажу, что я вместо тебя буду рассказывать про расходы? Ты с ума сошла? Мне тебе что, учить надо? Улыбнешься ему. Построишь глазки. Ну, а если будет тормозить, скажешь ему что-нибудь милое. А если он не захочет со мной разговаривать? Да захочет, он же не дурак. И одень свое красное платье.
А давай лучше розы. Нет, красные. Так, не волнуйся, я там буду где-нибудь неподалеку. А теперь самое главное. Пальцы скрести. Чего? Я няньке звонить буду. Пальцы скрести. Ну что тебе в этом нравится? Я просто не понимаю. Я спрашиваю тебя, что тебе в этом? Из этой руль получится? Нет, Сонечка, это скорее мачта. Иди еще поищи. Беги, беги, беги. Так, я прошу тебя еще раз. Ты звонишь Инне. Представляешь, что ты от продюсера Жени. Скажешь, что он хочет обсудить с ней какие-нибудь новые проекты. В общем, назначим встречу. Я не понимаю, почему Женя сам не может позвонить и назначить встречу. Да при чем тут Женя-то? Он мне вообще по барабану. Я хочу Инну познакомить с Артемом. Звони. Звони давай. Я поняла. Так. Алло, Инна? Инна, здравствуйте. Я вас беспокою по просьбе Евгения Ильича. Да-да-да, вы были у него на съемке. Евгений Ильич хочет с вами обсудить дальнейшее сотрудничество. Сотрудничество, да. Я не знаю всех деталей, но он обязательно вам все расскажет. Скажите, а вы могли бы с ним встретиться сегодня? Иди еще позже, в 3 часа. В 3 часа. Удобно? Замечательно. Тогда как насчет кафе «Искра»? Так. Договорились. Благодарю, спасибо. До свидания. До свидания. Да. Ну, она будет в 3 часа. Ай, ты моя звезда. Я знаю. Тетя Стась, мы с вами матросы, а я на корабль здесь буду строить. Посидишь. Я тебя умоляю. Соня, строй баржу, потому что папочка нас отправляет по магазинам. Это легко, девочки мои. Все, сидите здесь, Захар спит. Пока. Главное, улыбайся. Вот, тебе идет. Платье отпад, так что не волнуйся, не трясись. Действительно, что это я? Как будто мужиков раньше не видела. А хмурю твоего Артема, как пить дать. Вот, вот это правильный настрой. Так, все, иди. Я буду там. Когда он поднимется на веранду, я позвоню. Да. Давай. Значит, так, скажу тебе честно, она ждет другого мужика. Отлично. А я-то для чего и нужен тогда? Для личного женского счастья. В общем так, этот мужик все равно не придет. А тут подойдешь ты, подсядешь, то все. Какой хороший вечер. Еще, да. В общем, сам знаешь. Да знаю, я знаю. Советами ты увлекся. Значит так, я держу руку на пульсе, буду сидеть там. Как только она появится, я тебе сразу маякну. И ты дерзай. Дерзай. Давай. Алло. Вон тот, в белой рубашке и в сером пиджаке. Короче. Меню, да, пожалуйста. Можно? Здрасте. Артём, не будь кретином, не тормози. Это же девушка твоей мечты, ну. Платину? Не ори. Я сам уже понял. Все. Ну так давай, иди, иди к ней. Пожалуйста, молодой человек, а можно у вас салфетки попросить? А то за моим столиком закончились, а официанта нет. Да, конечно, берите. Спасибо. Пожалуйста. Инна! Ну как там у вас? Thank you.
ты с нами поплывешь за мамой? Ну, когда я корабль построю. Конечно, поплыву. И хорошенечко отругаю вашу маму. Потому что не дело так надолго Соню оставлять. Нет, не надо ругать. Вдруг она тогда не вернется. Хорошо, не буду. Только если чуть-чуть. Добрый день. А вы кого-то ждете? Да, у меня важная встреча. Не возражайте, если я побуду с вами, пока не придет ваш... Молодой человек, вообще-то возражаю. У меня свидание. Тогда я тот, кого вы ждете. Давайте скорее знакомиться. Меня зовут Артем. Мужчина, вы что, пьяный? Нет. Я же вам сказала, что у меня свидание, явно не с вами. Вы сами уйдете или, может, мне охрану позвать? Девушка, ну, не надо так нервничать. Папочка, вернись, пожалуйста. Я по тебе так соскучилась. Сонечка, иди сюда. Ну ты чего? Папа к тебе обязательно вернется. Как он может не вернуться к такой замечательной девочке? Все будет хорошо. Да, Захарик? Да! Ну, как там? Да никак. Твой Артем на меня вообще никакого внимания не обращает. У меня уже и щеки болят от улыбок. Балбес. Все, надоело мне позориться, я пошла. Ты что, стой! Подойди к нему сама и сядь за столик. Ну, конечно, он тогда подумает, что я навязываюсь. Он подумает, что ты уверенная в себе женщина. Легко тебе говорить, за тобой муж вон, наверное, как ухаживал. Ага, ухаживал. А знаешь, что мне пришлось сделать для того, чтобы он начал за мной ухаживать? Че? Запивать торт теплым пивом. Фу. Так что все, вперед и порази его в самое сердце. Быстро. Куда? Домой. Твоя хорошая девушка очень охраной мне угрожала. И правильно сделала, что угрожала. Иначе ты бы подумал, что она доступная. Пока я думаю, что она просто чокнутая. Так, подожди. Она просто расстроена. Ну, сам подумай. Она ждала мужчину, а он не пришел. Сейчас она грустит, скоро заскучает. И тут ты. Такой красивый весь, хороший. Подходишь, присаживаешься. Ну? Думаешь? Я абсолютно уверен. Только так. Нам нужны цветы. Пойдем. Пойдем. А знаете ли вы, что пить в одиночестве – это кратчайший путь к алкоголизму? А вы что, хотите меня спасти? Конечно. Или вы хотите деградировать и вести жизнь маргинала? Нет, точно не это. Ну и какие способы вы знаете, как избежать деградации? Нужно еще и закусывать. Я рекомендую вам стейк средней прожарки. Его здесь очень хорошо готовят. А вы хозяйка этого кафе? Нет, что вы. Я просто живу здесь неподалеку и часто здесь бываю. Представляете, у меня здесь сестра живет недалеко, с мужем и сыном. Значит, мы соседи. Знаете что? У меня здесь назначена встреча с одним человеком. Сейчас позвоню, уточню, состоится она или нет. И мы с вами что-нибудь закажем. Хорошо. Сейчас, секундочку. Сейчас такое было? Правильное решение нужно поощрять. А стейк – это очень правильное решение. Приборы можно уносить? Или вы еще ждете? Оставьте приборы, они мне пригодятся. Вот поставьте, пожалуйста, в вазу. Ваш молодой человек изрядно опаздывает. Предлагаю ему отомстить. Как? Переломать ноги? Ну, это слишком просто. Ноги зарастут. Если он такую замечательную девушку потеряет,
Вот это вот, боюсь, будет невосполнимая утрата. Я предлагаю самую страшную месть. Вы со мной сейчас обедаете. Потом я вас провожаю до дома. Пусть ваш молодой человек знает, что он не один, что за вами очередь. А если мой молодой человек все же придет, но с опозданием? А вот тогда ему действительно придется переломать ноги. Я очень рада, что моя встреча отменилась. Подозреваю, что она была бы очень-очень скучной. У меня есть тост. Предлагаю выпить за людей, которые освобождают место для чего-то нового и прекрасного. Спасибо им. А, подожди секунду, сейчас я принесу мокрое полотенце. Спасибо. Так, не понял. Откуда я опять пошел? Ты мне сейчас все испортишь. Получилось, да? Вася! Здрасте. Красиво здесь. Да. Да, набор будет на следующей неделе. Группа 20 человек, но на нее два воспитателя и две нянечки. У нас есть медсестра, у нас даже работает психолог Олег Пономарев. Вы можете про него в интернете посмотреть. Очень опытный специалист. Да, хорошо, мы вас будем ждать. Да, спасибо. Спасибо. Очень рада. Да. До свидания. Что это ты у нас тут построила? Мама, это наш новый детский сад. А мы за Хариком тоже сюда будем ходить? Ну, конечно, я же теперь здесь буду работать, а вы будете со мной рядышком. А детки скоро придут? Ой, я надеюсь, что скоро все придут. Привет! 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 Так, вау! Привет! Здорово так вы тут обустроились. Ну, все еще в процессе, мебель еще не все привезли. Я знаешь, решила все перестроить. Все-таки я была права насчет цвета стен. Зеленый был бы не к месту. Да, согласна. Слушай, а приходи к нам по вторникам и пятницам, будешь детей учить рисовать. Ты с ума сошла? Я ж не педагог. Ну ничего, научишься. Все, мебель завтра привезут. Прекрасно. О, привет. 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 Привет, привет, привет. А это вот что? Она это не что? Верила. Она не верила мне. Ну ты же меня убедил. Интересно, как? Есть у меня способы. Есть. Так, ты не подглядывай, отвернись. Захар, и ты тоже отвернись. Так, все, все отвернитесь, не посматривайте. И вы отвернитесь, все, поехали.